Можно, Алексей Михайлович? Заходи, у тебя что-то срочное? Да, очень срочное. У нас сегодня на вечер забронирован столик в ресторане. На двоих. Отличный план. Скажи, а что, Катя сама себя из школы заберет? Нет, ну почему сама? Я попросила Лилю, она ее заберет, потом еще посидит с ней. Леша. Ну что ты делаешь? Подожди. Слушай, тебе надо отвлечься, ты заработался. Нам надо отвлечься. Маш, скажи, может быть, Лиля за меня закончит проект? Леш, ну что ты опять начинаешь? Ну, честное слово. Маш, ну ты же знаешь, я с удовольствием бы пошел, но в ближайшее время посмотреть это невозможно. Да, понятно. Понятно, я просто хотела... Пожалуйста, не заставляй меня чувствовать себя виноватым. Да. Да, Константин Петрович. Хорошо, я сейчас иду. Давай, Петрович. Да. Петрович не любит ждать, а я могу подождать, правильно? Маш. Ну что, сработал эффект неожиданности? Ага, конечно. Все, Лиля, отбой. Я сама Катю заберу из школы. А что, нахрапом не удалось? Ну, придумала бы годовщину. Но тебя все равно никакие даты не помнит. Все он помнит. У него на все даты напоминалки стоят в телефоне. А годовщина свадьбы у нас была летом. И? Поздравил меня смс-кой. Да, мужик. Тетя Лиля заберет. Ну, маленький. Мало ли, что я говорила. Что, с папой не срослось? Мам, не дуйся на него. Он просто неправильно расставляет приоритеты. Комплекс отличника. Слушай, психолог до Марусины, расскажи лучше, что у тебя с оценками. Если честно, то порадовать нечем. Зато комплексов никаких. Ну, уже хорошо. Никаких посредников. Сами строим, сами все продаем. Ну, приезжайте к нам в офис, решим все ваши вопросы. Да? Хорошо, спасибо, до свидания. Мам, как люди вообще влюбляются друг в друга? Неожиданно, откуда такой интерес? Из-за того новенького, как его там зовут? Скажешь тоже. Он не в моем вкусе. Мальчишки вообще глупые, это все знают. Да, золотая мысль, постарайся подольше ее не выпускать из своей светлой головы. Я тут на днях мультик смотрела, там, где сова объясняет девочке, что любовь помогает преодолевать трудности. Это так? Ну, я думаю, что сова вряд ли будет обманывать девочку, правильно? Ты уроки сделала? В том-то и дело. У нас контрольная по математике. Угу. И я подумала, может, мне влюбиться надо? Нет, ну, предложение, безусловно, конструктивное, но я думаю, что с контрольной тебе оно не поможет. Лучше готовиться. Да я уже подготовилась. Угу. А можно мультики перед сном посмотреть? Кать, какие мультики? Давай, собирай свои книжки. Все это в портфель и спать. Иди сюда. А зря ты в ресторан с папой не пошла. Сами не живете и другим не даете. Разговорчики. Давай, чистить зубы и в кровать. Спокойной ночи, мамочка. Спокойной ночи, мой хороший. Привет. Есть будешь? Да нет, спасибо. Как совещание прошло? Да никак.
там что-то намудрили на объекте. Придется самому в Питер ехать разбираться. А что, больше некому поехать в Питер, кроме тебя? Ой, Маш, ну только не начинай. А? Думаешь, мне самому это нравится? Неделю торчать одному. Вы что, без меня справитесь? А куда мы денемся? Ладно, я пойду. Спокойной ночи. Как меня это все достало, Лиля? Каждый день одно и то же. Работа, дом, дом, работа, работа, дом. Проклятие какое-то. Нашла повод для депрессии. У тебя есть работа, дом. Вон дочь красавица, муж под боком. Чего тебе еще надо? Не радует меня это все. Ты знаешь, когда я последний раз была счастлива? Ну, когда? Когда Катька родилась. Денег не было, Лешка дома сидел. Зато всегда был рядом со мной. Угу. Я ходила счастливая, как дура. Это у тебя от недосыпа было. Попробуй сейчас не спать. Вдруг поможет. Уже ничего не поможет. И ничего уже не вернешь. Раньше Леша все время был рядом со мной. Всегда. А теперь какие-то дурацкие дела, проблемы. Просто существуем рядом, и все, как соседи. Ой, Маша, жиру ты бесишься. Дамы, к нам гости. Знакомьтесь, Олег Иванович, наш партнер и очень крупный инвестор. Да, Лилия Аркадьевна, юридический отдел. И Мария Сергеевна Головина, начальник отдела продаж. Это по поводу вашей заинтересованности в приобретении недвижимости. Мария Сергеевна поможет подобрать вам подходящий дом. Захарова. Простите. Маша, ну не могла же ты забыть родную Щелкову и наш... Дружный класс. Или, может быть, я так изменился? Я не помню. Последняя парта у окна. Демьяненко, Олег. Олег. О, боже мой. Ты так изменился? Время идет, а вот ты не изменилась совсем. Спасибо, я так. Так вы еще и одноклассники. Прекрасно. Надеюсь, сотрудничество у нас будет плодотворным. Так, то есть наверху у нас получается три комнаты. Две ванны и комнаты для гостей. Слушай, хватит на меня так смотреть. Я начинаю думать, что со мной что-то не то. Напротив. На тебя время что, вообще не действует? Ты вгоняешь меня в краску. Я приехала показывать тебе дом, а не себя. Пойдем смотреть кухню. Да. Ну вот. Выглядит великолепно. Ты станешь сегодня серьезным или нет? Тебе дом нужен? Так я про дом и говорю. Мне, конечно, нужен. А ты помнишь, как я с тобой в школе бегал, а? Даже стихи один раз написал, а ты их выкинула. Я потом целую неделю плакал. Я ничего не помню. Ты правда плакал? Неужели я правда была такой жестокой? Да нет, ну ты была высокой, красивой, стройной девочкой, а я был не маленькой комплекцией. А высокие, красивые, стройные девочки не влюбляются в толстяков, пусть даже в романтичных. Зато теперь у тебя, по-моему, все в порядке. Принц? Да и только. Только вот замка своего не хватает. Ну, это поправимо. Знаешь, а дом мне и правда нравится. И двор, и расположение комнат, и кухня. И места много. Будет куда повесить мою огромную коллекцию картин. Да, а тут еще прекрасная инфраструктура. Правда, да. Я знаю, о чем говорю, потому что мы с мужем живем тут недалеко. Серьезно? Серьезно, дальше по улице. Тогда точно нужно покупать. Ты покупаешь дом? А чего тянуть? Предложение твое отличное, тебе я доверяю. Слушай, Захарова, а поехали куда-нибудь посидим, отметим покупку, вспомним школьные годы, ну и в конце концов, выбор дома — такое дело хлопотное. Я проголодался жуть. Я с удовольствием. Только я уже лет 10 как не Захарова. Прости. Понадобится время, чтобы привыкнуть.
Да, хорошо, ты только не засиживайся, пожалуйста, долго, ладно? Я тебя тоже люблю, целую, пока. Дочка. Третий класс, а уже такая самостоятельная, просто с ума сойти можно. А у тебя как на личном фронте? Сейчас он абсолютно свободен. Ни жены, ни детей. Кстати, а как там наши остальные одноклассники, не в курсе? Нет, я ни о ком ничего не знаю. Со школы подруг у меня не осталось. На встречу выпускников я тоже не хожу. Нет, если ты туда не ходишь, то что говорить обо мне? Честно говоря, иногда хочется, чтобы они меня увидели в новом облике. В твоем новом облике тебя вряд ли бы кто-нибудь узнал. Ну, за нашу удачную сделку, соседушка. Да? За новый этап жизни. Странная штука судьба. Кто бы мог подумать, что мы с тобой через столько лет опять встретимся. Знаешь, Маша, я в судьбу не верю. Все в жизни зависит от нас. Я лично себя сделал сам. Но, надо сказать, результат впечатляет. Ты просто не знаешь, чего мне это стоило. Но я победил. За победу? Доброе утро, Машуня. Вот водитель привез из кафе. Вчера нам было как-то не до покупки продуктов. Как я здесь оказалась? Ты правда не помнишь? Нам было очень весело вечером, и тебе понравилась идея провести ночь вдвоем. Не понимаю, как такое могло случиться. Я слишком много выпила. Ну, Маш, ничего страшного, такое случается. Значит, так ты со мной, Олег, да? Честно говоря, вчера мне показалось, ты поступаешь довольно осознанно. Со мной никогда такое не случалось. Я никогда не теряла контроля. Маш, ну теперь я чувствую себя виноватым. Нет, не надо себя винить. Я взрослый человек. Я сама отвечаю за свои поступки. Так что ты ни в чем не виноват, прости, пожалуйста. Маш, не принимай все близко к сердцу. Ночью ты выглядела очень счастливой. Лучше не говори ничего. У меня там Катя одна. Я провожу тебя. Нет, не надо, я сама дойду. Чертово платье. Привет. Я вообще-то беспокоилась, звонила, но ты не брала трубку. Где ты была? Прости, доченька, ты же знаешь, как у мамы много работы, прости. Я из-за тебя первый урок пропустила. Ну ничего, пойдем ко второму. Сейчас мама быстренько душ примет и поедем, да? Детский сад, мам. Ну прости, прости свою непутевую мать. Да, Лиля, да. Алло. Привет. Ты где пропадаешь? У тебя шеф уже обыскался, он требует договор подписанный с этим Демьяненко. Слушай, скажи шефу, что я проспала, что я задерживаюсь, ладно? Договор у меня. Выручишь, хорошо? Мам, ну не грусти. Я тоже по папе скучаю. Да нет, я... Я не грущу, просто не очень хорошо себя чувствую. Но это не страшно, скоро пройдет. Папа вернется, и все будет как раньше. Обещаешь? Ну, конечно. Я разве тебя когда-нибудь обманывала? Ну все, давай беги. Я заберу тебя, как обычно.
Так, ну по договору мне, в принципе, все понятно. Ты себя нормально чувствуешь? М? Может, тебе больничный взять? Нет. Нормально все, правда. Наверное, давление просто. Ну, Мария Сергеевна, вы просто золото в чистом виде. Повернуть такую серьезную сделку за один день – просто чудо. Заходил Олег Иванович, поблагодарил фирму и отметил ваш индивидуальный подход. Спасибо. Я старалась. Спасибо в карман не положишь. Зайдете в бухгалтерию, оформим повышенный процент от сделки. Спасибо. Вот это да, наш Петрович расщедрился. Поздравляю тебя. Угу. А ты чего такая кислая? Слушай, Лилька, лучше бы этой сделки вообще не было. Вот это заявление. Это что у тебя там стряслось, а? Ну, колись. Нет. Я еще не готова тебе рассказать. Я... Так, так, так. А скажи мне, пожалуйста, случайно этот Олег Иванович не приставал ли к тебе? А теперь перед нашим Петровичем расшаркивается, чтобы ему все с рук сошло, а? Олег, он хороший, милый, трогательный. Угу. Он помнит, как ухаживал за мной в школе. А я все испортил. После сделки мы пошли в ресторан отметить, вспомнить школьные годы. И я проснулась в новой собственности господина Демьяненко. Вот это да. Вот это я понимаю. Индивидуальный подход. Лилька, прекрати. Я вообще не понимаю, как мне теперь в глаза смотреть. Алёшке, как я буду в глаза смотреть? Слушай, Маш, ну было и было. И... Ну, вы же не школьники, чтобы краснеть после свиданки. Алёшке даже не вздумай ничего рассказывать. Только хуже будет. Не уверена. Ну, не уверена и не бери в голову, а смотри все с позитивной стороны. И время хорошо провела, и премию получила. Время-то хорошо провела? Если честно, то я плохо помню. У меня в голове как будто что-то отключилось. Тем более, если не помнишь, то вообще не считается. Что ты делаешь? Хочу пригласить тебя на ужин. Ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы нас весь офис увидел? Мы с мужем вместе работаем. Да нет, я не в этом смысле. Просто мы как-то непонятно расстались. Ты не берешь трубки, и я чувствую себя виноватым из-за этой ночи. И, видимо, делаю только хуже. Олег, послушай, прости, я не хотела тебя обидеть. Мне просто нужно было время собраться с мыслями. Я тебя не избегаю. Мы все-таки выбрали не лучший способ, чтобы начать наше соседство. Пожалуйста. Можем мы все это обсудить за ужином? Обещаю, пить не будем. Да уж. И поэтому мне кажется, что нам нужно просто забыть о том, что было этой ночью. Вряд ли у меня это получится. Послушай, Олег, я говорю сейчас абсолютно серьезно. Я вижу. Серьезно и очень логично. А знаешь, как я изменил свою жизнь? Нет, ты не рассказывал. К сожалению, смерть родителей – это та неизбежность, с которой придется сталкиваться любому человеку. Но я сейчас не об этом. Вместе с утратой и одиночеством пришло осознание того, что мне больше не придется играть навязанные мне роли. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, например, роль примерного мальчика, который обязан доесть первую и вторую, чтобы мама не расстроилась. Или роль хорошего сына, который обязан пойти по стопам отца и продолжить врачебную династию. Впервые в жизни я принадлежал сам себе. Я бросил ненавистный универ. Я продал дом отца. Удачно вложил деньги в IT-компанию, занялся собой, решил прийти в форму, спорт, тренировки, пробежки по утрам. Это звучит как начало тренинга, измени свою жизнь к лучшему. А это так и есть. А вот какую роль играешь ты?
роль хорошей матери, примерной жены, исполнительной работницы? Нет, я просто живу, как получается. Притворяясь кем-то еще. Не лги себе. Надолго тебя хватит? Ты поддерживаешь эту привычную жизнь. А что она дает тебе взамен? Ты чувствуешь, что живешь полной жизнью? Олег. Ну, конечно, мы можем притвориться, что той ночи не было. Ты вернешься домой, к дочери. Будешь ждать мужа из командировки. А завтра утром ты вовремя появишься на работе. Только какой в этом смысл? Дочь сделает уроки без тебя. Муж вернется из командировки, ждешь ты его или нет. Ну, а работа? Давай на чистоту. Это не та карьера, о которой мечтают миллионы. И те образы, которые ты сама себе придумала, это всего лишь крошечная часть от той девушки, которую я когда-то знал. Которая когда-то украла сердце толстого одноклассника, нелепого. Как так получилось, что ты до сих пор один? Я был женат. Ты мне не рассказывал. Это для меня не очень простая тема. Я ее любил очень сильно. Мы были счастливы. Ждали ребенка, должен был быть мальчик. Но потом случился выкидыш. Врачи сказали, что так бывает. Организм не перенес нагрузки. На этой почве она впала в депрессию. Я делал все возможное, чтобы вытащить ее, но в итоге она не справилась. Что значит? Она покончила с собой. И в этом я виноват. Нет. Не надо себя винить. Ты же мне сам говорил, что каждый человек сам распоряжается своей жизнью. Прости. Не надо идти. Останься. Пожалуйста. Я не могу. Роль любящей матери никто не отменял. Мне нужно тебе кое-что показать. Это мое первое объяснение тебе в любви. Я жду тебя, но ты меня нет. Жду, как верный пес, самый главный ответ. Сердце перестает биться без тебя, жаждет, как дождя, сухая земля. Ведь кто без тебя я? Ищу в толпе глазами, но жизнь пролетает, как немое кино. Я вижу образ, но не слышу звук. Кто я для тебя? Я до сих пор слышу, как билось мое сердце, когда я протягивал тебе клочок этой бумаги. Я хотела бы вернуться в тот день. Я поступила бы иначе. Дети часто бывают жестоки. Ты знаешь, как-то не странно, но я бы тоже хотела вернуться в тот день. Несмотря на всю горечь этих воспоминаний, для меня они очень дороги. Этот стишок, и тот день, и мои чувства к тебе. Он такой смешной, он говорит, что хочет нести мой школьный рюкзак, чтобы мне не было тяжело. Правда? Ага, он еще уговаривает Мишу пересесть, чтобы со мной за одной партой сидеть. А ты этого хочешь? С ним весело. Конечно, хочу. Ну, тогда в чем проблема? Скажи Мише, чтобы он сам пересел. Но Миша же обидится. Ну, а что? Так все устроено, что в этой жизни или мы кого-то обижаем, или нас кто-то обижает. Главное оставаться честным с самим собой. Да?
Слушай, я тебе перезвоню, ладно? Это по какому поводу такое хорошее настроение? Просто хорошее настроение и все. Да? А может быть, потому что кого-то вчера встречал очень красивый молодой человек с букетом цветов у выхода? Не волнуйся, кроме меня никто не видел. Но больше конспирации тебе не помешает. Ох, Лерика, я вообще не понимаю, что со мной происходит. С одной стороны, я понимаю, что все это нехорошо, что все это неправильно. С другой стороны, я просто готов кричать от счастья. Я живая, я живу. И мне даже немножко обидно, что кроме тебя нас никто не видел. Но голову все-таки терять не стоит, потому что ты со своим одноклассником покувыркаешься, потом тебе наскучит, и вы разбежитесь. Конечно, будет что на пенсии вспомнить, но семью-то рушить не надо. Лешка через 3 дня приезжает. Мне кажется, он сразу все поймет. Проблема наших близких в том, что они нам доверяют. Слушай, заберешь Катю в школу, да? Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, заберу. Развлекайся, пока можешь. Что-то не так? Олег, мне кажется, что все заходит очень далеко. И это неправильно. Вот ты о чем. Думаешь, ты единственная изменяешь мужу? Нет, наверное, не единственная. Но вопрос в том, что я больше не хочу этого делать. Ну, давай посмотрим на это с другой стороны. Если бы ты узнала, что твой муж тебе тоже не верен, тебе стало бы легче? О чем ты говоришь? Ну, пока я рассуждаю только теоретически. Статистика измен говорит о том, что тебе не стоит мучиться угрызениями совести. Но если ты не веришь статистике, я могу поискать реальные доказательства. Олег, мне неприятна эта тема. А ты просто боишься? Что я могу быть прав. Хочешь пари? Не хочу. Прекрати. Маш, я договор подготовила, можешь запускать на согласование. Хорошо. Слушай, мне тут твой Лёшка звонил. Он тебя совсем потерял. Ты что, его избегаешь? Он вчера позвонил, когда я была у Олега. А потом мне было как-то стыдно ему перезванивать. Ты это брось. Стыдно, когда видно. Ты позвони мужу, успокой и скажи, что все в порядке. То он уже не знает, что думать. Хорошо. Позвоню ему вечером. А вот и мама пришла. Это папа. Ты куда вышла без куртки? Ну-ка, быстро в дом. Да, да, дорогой. Ну, наконец-то. Я целый день не могу до тебя дозвониться. Ну, у меня сел аккумулятор, и я поэтому не могла идти. У тебя все в порядке? Я хотел напомнить, что завтра возвращаешься. Алло, Маш. Ты меня слышишь? Алло.
Сегодня рано. Откуда у тебя это? Оценила качество съемки. Честно говоря, на такую удачу я даже не рассчитывал. Думал, найдем какую-нибудь переписку или сообщение, а здесь целая галерея. Олег, я еще раз спрашиваю, откуда это у тебя? Скажи. Из после твоего мужа. Фотографии были удалены, но, к счастью, у меня есть спец, для которого это не проблема. Кстати, мы установили, что с девица. Твой муж работал с ней год назад в одной из командировок в Питере. Год назад? Да. Видишь, как все банально? Она его шантажировала, поэтому присылала фотографии. Олег, господи, у меня это все в голове не укладывается. Ты зачем это делаешь? Но ведь у нас было пари. Я избавил тебя от чувства вины. Нет, не избавил. Я понимаю тебя. Тебе нужно время, чтобы все это принять. Успокоиться. И лучшее, что ты можешь сделать, это сесть и спокойно поесть. Я не понимаю, зачем ты все это устроил. Я не хочу есть. Согласен. Согласен, тебе нужно расслабиться. Предлагаю начать прямо сейчас. Олег, пожалуйста, я пришла сказать тебе, что это наша последняя встреча. Перестань. Перестань, ты что, из-за этих фотографий? Нет, напротив, ты должна быть мне благодарна. Ты ведь не из тех, кто любит жить в счастливом неведении. Нет, дело не в фотографиях. Точнее, не только в них. Так. Это новые вводные. Муж возвращается из командировки. Когда? Завтра. Хорошо, но это ведь не повод, чтобы прекращать наши встречи. Я не хочу. Я не хочу, чтобы это все вышло из-под контроля. Это все безумие надо прекращать. Оно ни к чему хорошему не приведет. Почему? Почему вы, женщины, любите все так усложнять? Поесть вы любите, вы садитесь на диету. Мужик вам нормальный попался. Вы бежите к мужу, который, как мы помним, не очень-то сам трясется над устоями брака. Ну откуда у вас этот ген мазохизма? Пожалуйста, не надо все усложнять. Пусть это останется прекрасным воспоминанием. И до тех пор, пока ты не встретишь по-настоящему близкого. Я уже встретил. Это все не может больше продолжаться. Неужели ты все решила? Ты делаешь мне больно. Пойми, нельзя так просто прийти ко мне и сказать, прости, все кончено. Что с тобой? Я не понимаю. Приятное воспоминание. Отряхнулась и пошла дальше. Нет, прости, милая. Не тот вариант. Олег, ты меня пугаешь. Я еще даже не начинал. А можно мне настоящую собаку? Ты же знаешь, что у меня аллергия, Катя. Катя, иди собирайся в школу. О, слушай, надеться еще творожок. Есть хочу. Ой, слушай, ну в Питере, конечно, погода отвратительная. Я вообще не понимаю, как там люди живут. Мне кажется, что у нас есть тема поинтереснее погоды. Откуда у тебя это? Хотя от нее это можно было ожидать. Кто она? Работала на питерской фирме, которая занимается строительством спортивного объекта. Мы тогда отмечали успешное согласование, я перебрал и сам не понимаю, как это произошло. Честно сказать, проснулся, вообще ничего не помню, как будто ничего не было. Потом через неделю пришли эти фотографии с анонимного почтового ящика. Она тебя шантажировала? Я сам не понял, чего она хотела. Я пытался с ней связаться, но она как будто растворилась. Вообще никаких контактов. Я честно хотел тебе сам во всем признаться. И... Но потом писем больше не было, и как-то все утряслось. Очень удобно. Я понимаю, что это выглядит все отвратительно. Но я хотел тебя оградить от всего этого. Плохо старался. Ты пойми, это был не я. Я сам не понимаю, что нашло. Ты сможешь меня простить? А если бы я поступила с тобой так же? Что бы ты сделал?
такое не способен. Что-то вы с мамой сегодня были не такие. Вы что, поссорились? Да нет, маленькая. Просто мама расстроена. Из-за меня. Ну вот. Не успел приехать, а уже обидел. И зачем ты это сделал? Кто бы знал. Так попроси прощения. Не все так просто. Понятное дело, что не просто. Придумай что-нибудь интересное. Ты же творческая личность. Такое, Леш, что-то срочно, мне много работы. Может быть, освободимся и пораньше сходим куда-нибудь. Послушай, не надо, ладно? Я очень ценю твою заботу, но не хочу, чтобы наш досуг ассоциировался у меня с твоим чувством вины. Давай как-то переживем этот момент. Потом вернемся к теме совместного времяпрепровождения. Хорошо? Спасибо. За что? За то, что у нас будет с тобой это потом. Тут один заказчик хочет переделать планировку дома, пока он еще строится. Посмотри, пожалуйста. Маш, что с тобой творится? А что со мной творится? Ну, ты совсем замкнулась, ни с кем не хочешь общаться. Ладно, со мной я понимаю, но Катя здесь при чем? Не можешь меня простить? Нет, дело не в том, что произошло год назад. Понимаешь, просто... Извини. Алло, да. Хорошо, я через минуту подойду. Угу. Так что ты хотел сказать? Дома поговорим, давай. Ладно. Иди, нельзя заставлять начальство ждать. Что это значит, Олег? А ты догадайся с трех раз. Жду тебя в твоем кабинете. Что это все значит, Олег? Ты что, собираешься меня шантажировать? Я от тебя такого не ожидала. А я вообще полон сюрпризов. Я тебя серьезно спрашиваю, что это все значит? Все очень просто, Маша. Попытаешься порвать со мной, твой муж узнает о нашей связи. Представляешь, что он сделает, когда увидит это видео? Какая же ты все-таки скотина. Ошибаешься, я просто борюсь за свою любовь. Это не любовь. Я даже не знаю, как это назвать. Это любовь, Маша, просто любовь бывает разная. Предупреждаю, уйдешь от меня, пожалеешь. Убирайся вон отсюда. Ты еще не поняла? Я уже не тот мальчик с задней парты, которого никто не замечал. Так что подумай, хорошо подумай. Да,
быстро у вас конфетно-букетный период закончился. Да, я вообще не понимаю, как я могла быть такой дурой. Как я могла довериться этому человеку? Угу, социопаты не такие. Ты моего бывшего помнишь? Ну, и что ты думаешь? Он действительно покажет это видео Лёше? Ну, может, конечно. А что? Ты не пойдешь на его условия, он из чувства мести. Машка, надо все рассказать Лёше. Да ты что, Лёша не поймет. Угу, не поймет. У него у самого рыльца в пушку. Кстати, скажи спасибо своему Олегу. Ну, это да. А что, будет у вас взаимозачет? Слушай, ну я не могу все Лёше рассказать. Я чувствую, что это все окончательно разрушит. Лёша меня не простит. Он такой человек, что если даже захочет, он не сможет этого сделать. Ну, не знаю. Тебе виднее. Надо найти какой-то другой вариант. А что ты вообще про этого Олега знаешь? Ну, кроме того, что вы учились вместе. Да ничего практически. Кроме того, что он мне сам рассказывал, а это очень мало. Угу. Вам же было не до разговоров. Ну ладно, я шучу. Давай я обращусь к своим знакомым. Узнаем, что за человек этот Олег Иванович. Зачем? Что мне это даст? Ну а что, у каждого есть свои скелеты в шкафу. Может, я на него такое наружу, что заставит его от тебя отказаться? Я не знаю, ну, давай попробуем так. Ты сможешь? Ничего ради любимой подруги не сделаешь. Катя никак не могла заснуть. Ты знал, что за ней одноклассник ухаживает? Да, время летит. Когда успела вырасти? Маш, я тебя очень прошу, не закрывайся, пожалуйста. Я понимаю, что сделал тебе невыносимо больно. Не знаю, как бы сам поступил. Но, пожалуйста, дай мне шанс. Если ты хочешь, чтобы я ушел, я пойму. Только скажи мне об этом прямо. Никогда не помиритесь. Ой, размечталась. С нами такое не может произойти. Честно, честно? Конечно. Конечно, честно. Извините. Угу. Угу. Да, слушаю. Иди чисти зубы. Угу. Конечно, как договаривались. Да, сегодня 8. Да, и вам того же. Счастливо. Что, опять работа? Между прочим, питерскому заказчику очень понравился мой проект. Он хочет лично со мной встретиться. Это потрясающе выгодное предложение. То есть ты сегодня опять будешь поздно? Между прочим, заказчик не возражает, чтобы мы были вместе. Да. Нет, ну, конечно, это не свидание. Я не заглаживаю свою вину. Да. Просто хочу, чтобы ты была рядом и поддержала меня. Вы же там будете разговаривать о своих делах. Что я буду делать? Ну, мы так, в общих чертах, прикинем сроки. Слушай, ну, он компанейский мужик. Отлично проведем время. Ладно, я согласна. Спасибо. Выглядишь просто потрясающе. Боюсь, заказчик потеряет голову и забудет о своем предложении. Мое присутствие только поднимет твой авторитет. Пойдем? Пойдем. Олег, добрый вечер. Позвольте вам представить мою супругу. В этом нет смысла.
Мы знакомы с Марией Сергеевной? Да. Да, пока вы были в командировке, ваша жена помогла мне найти дом моей мечты. Угу. Между прочим, по соседству с вашим. Так подождите, это вы взяли этот особняк? Я вас поздравляю, отличное приобретение. Спасибо. Что ж ты мне раньше не сказал? А я не знала, что Олег твой заказчик. Маш, может, нет смысла скрывать от Алексея то, что нас связывает? Дело в том, что по удивительному стечению обстоятельств мы с Машей одноклассники. Ну надо же, до чего тесен мир, а? Как перенаселенная коммуналка. Ты уверен, что этой конструкции можно доверять? Спасибо. Абсолютно. Вообще, это большая удача, то, что я тебя встретил, и то, что мы соседи. Не хочу загадывать, но, похоже, дело идет к долгому и плодотворному сотрудничеству. А вообще, это поразительно. Два человека, которые приносят мне удачу, оказываются супругами. Это ведь не может быть случайностью? Да. А расскажите, как вы познакомились? То есть, как вас свела судьба? Судьба тут сильно не трудилась. Но я, если честно, довольно закрытый человек, и таких еще в школе называют ботаниками. Поэтому свою судьбу я мог встретить только в ближайшем окружении. Дай угадаю. Работали вместе, коллеги, потом появилась Искра, и на каком-то корпоративе вы... Нет. Нет. Все было не так. Мы с Лешей познакомились еще в институте. Я училась на первом курсе, а Леша выпускался, да? Ну, все довольно банально. Я, конечно, был дурак-дураком во всех романтических делах, и поэтому инициативу пришлось брать Маше в свои руки. Послушай, мне кажется, что Олегу не очень интересно. Ну почему? Я с удовольствием послушаю. А помнишь, как ты попросила меня приехать и помочь тебе подготовиться к экзаменам, а я, ни о чем не думая, приперся с конспектами? Я думала, что ты надо мной издеваешься. А я не могу понять, почему Маша сидит, так странно себя ведет, а мы сидим и занимаемся с учебниками. Но зато я сдала экзамен. Да, а потом она отблагодарила меня по-настоящему. Стала моей женой. Это была месть, дорогой, ты просто сразу не понял. Ну, за ваше счастье и отсутствие недомолвок. Я всегда считал, что все нужно говорить прямо и получать желаемое сразу. Простите, я должен ответить. Перезвоню на днях, скажешь, как прошло. В чем дело? К чему весь этот цирк? Ты о чем? Мы с твоим мужем обсуждаем деловые вопросы. Ты зачем надо мной издеваешься? Маш. Зачем? Не нервничай, тебе не идет. И вообще, давай вернемся, а то мы даем повод для всяких подозрений. Проект уже почти согласован, но эти решения, они помогут оптимизировать очень важные моменты. Вижу. Знаешь, а мне еще рекомендовали обратиться к иностранным специалистам, а наши-то лучше. Леша, Леш, пойдем, пожалуйста, домой. Что случилось? Да я не знаю, что-то голова разболелась, наверное, от вина. Думаю, что Олег на нас не очень обидится. Да нет никаких проблем. Можем дела обсудить потом. Да, вы нас извините, но я не могу оставить жену. Конечно, понимаю. Тем более, что со мной мы уже обсудили. Береги жену. Она у тебя золото. Пойдем уже быстрее. Еще раз извините. Что на тебя нашло? Ты даже нормально не попрощалась. О чем ты говоришь? Я?
Я в элементарных нормах приличия. Мне, между прочим, с Олегом еще работать. А это действительно такой выгодный контракт? Маша, это работа мечта. У меня еще не было никогда такого заказчика. Он тебе нравится? Он верит в мой потенциал. Он прислушивается к моим идеям. У него далеко идущие планы, Маш. Это хорошо. Хорошо, что вы вместе работаете. Фу. Ты знаешь, я вот сейчас слышу сомнения в твоем голосе. Или ты думаешь, что я завалю проект? Леш, прекрати. Ты же знаешь, что я никогда в тебе не сомневалась. Или ты думаешь, что я опозорю тебя перед твоим одноклассником, да? Леша, он для меня чужой человек. Мне его мнение безразлично. Угу. Безразлично, да? А что, он богат, он в прекрасной физической форме. Я видел, как ты на него смотрела в ресторане. Угу. А в школе он был толстый и нелепый. Прекрати, я устала и хочу спать. Получается, что Лёшка работает на Олега? Да. Да, красиво он вас обложил. Слушай, я там чуть с ума не сошла, честное слово. Я думала, что вот сейчас он ему всё расскажет, это невыносимо. А мне кажется, ему интересно тебя помучить. Поиграть с тобой в кошки-мышки. Не знаю, может быть. Тем более, ты ведёшься как девочка. А что мне делать? Ну, давай я всё расскажу Лёше. Не стоит. На кону его карьера. Хорошо. Слушай, я тут кое-что узнала. Вот твой Олег и скрывает свое прошлое. Mm. Ну, ты помнишь Вадика, с которым я ездила на Новый год? Помню. Он же из прокурорских, так вот он мне сказал, что там не все однозначно с самоубийством жены Олега. Вот он тебе рассказывает, что у них все прекрасно было. А соседи говорят, что слышали ругань и крики. Олежка открывается с неожиданных сторон. А что там не так с этим самоубийством? Там что-то с медэкспертизой. Хотя в конечном итоге сошлись на том, что насильственного воздействия не было. Так, ты думаешь, это Олег? Я, ну, конечно, скотина редкая, но чтобы убить человека, я думаю, что вряд ли. Но мы не будем делать таких выводов. Слушай, он тебе говорил, что его жена Вика тоже из Щелково, и она твоя ровесница? Нет, не говорил. Интересно, не правда ли? Должны же остаться у нее какие-то родные, которые могут хоть что-то рассказать о своем родственнике. Ну, хочешь, я у Вадима спрошу? Хочу. Узнай, пожалуйста, Лиль. Катя! Мой руки, спускайся ужинать! Хорошо, мамочка. Сплошай, там залипает, не дозовешься. Пойду потороплю ее. Давай. Ты его приглашал? Вроде нет. Привет. Привет. Извини, что без приглашения. Решил зайти по-соседски, обсудить проект. Возникли кое-какие идеи. Проходи, мы как раз собираемся ужинать. О. Привет. Здрасте. Ты, наверное, Катя. А вы дядя, с которым папа работает? Именно. Ты посмотри, какая красотка. Просто вылитая мама. Здравствуй, Маша. Привет. Ну, давайте ужинать. Мама, а Антон мне сегодня сказал, что он меня любит. Mm-hmm. Помнишь Антона? Я тебе про него рассказывала. Да, конечно, помню, моя хорошая. А после уроков он принес собаку. Имя не смешное. Бармалей. А сама она такая хорошенькая. А вы мне не разрешаете заводить. Малыш, у папы аллергия на собак. Ты лучше расскажи, как отреагировал Миша? Ты его уговорил уступить Антону свое место? Не успела. Антон его раньше побил. Ничего себе. Из-за моей дочки уже дерутся. Мальчишки вообще глупые. Они все решают кулаками. Ну, ты должна им сказать, что драться нехорошо. Даже из-за тебя. Конечно, скажу. Меня-то Антон слушается. Ну, ты знаешь... Если Антон не будет за тебя драться, он тебя потеряет. И скоро с тобой за партой может сидеть какой-нибудь Андрей или Захар.
Мне не нравится имя Захар. А дело не в имени, дело в том, кто сильнее, кто наглее. Мам, а тебя в школе кто-нибудь любил? Да, ну-ка. Поделись. Но я в детстве не была такой красивой, как ты. Поэтому первое настоящее признание я получила уже в институте от твоего папы. Ты у меня самая красивая. Спасибо, моя хорошая. Я абсолютно согласен с Катей. Ты у нас самая прекрасная и красивая. Спасибо. Ну, тут твоя мама немного лукавит. Лично для меня красота твоей мамы была очевидна с первого класса. Так вы учились в одной школе? И были в нее влюблены? Это же неприлично задавать такие вопросы. Ну почему? Что может быть неприличного в школьной влюбленности? Это уже взрослые потом все опошляют. Я имею в виду это светлое чувство. А вы дрались из-за мамы? Нет, мне не хватало ни смелости, ни наглости. Видимо, именно тогда я и упустил свое счастье. Ну что ж, мне остается только радоваться этому факту. Так, давайте за удачу, чтобы Олег встретил свою настоящую любовь, женился и почувствовал себя счастливым. Не, ну, конечно, богатство – это прекрасно, но любящая семья и жена – это тоже очень важно. Давайте. Спасибо, Алексей. Это очень хорошее пожелание. Надеюсь, оно сбудется. Мама, ты должна помочь дяде Олегу. Точно. Давай познакомим его с Лилей. Они уже знакомы. Так, юная красавица, давай говори спокойной ночи папе, дяде Олегу. Пойдем, я тебя уложу спать. Пойдем. Но я не хочу спать. Ну, мало ли, чего ты хочешь, чего ты не хочешь. Давай, пошли вон. Спокойной ночи, дядя Олег. Спокойной ночи. Спокойной ночи, папа. Давай, моя принцесса, спокойной тебе ночи. Ну, за счастливую семью. Алло, да, привет, Лиль. Привет. А ты чего шепчешь? Слушай, к нам в гости заявился Олег. Изображает из себя милого соседа. Я ушла Катю укладывать, если честно, мне не очень хочется к ним возвращаться. Но мне уже страшно, что я оставила Лёшку там с ним одного. Слушай, подруга, он тебя провоцирует. А ты не поддавайся. Но держи себя в руках. Слушай, ну а что мне еще остается делать? Кстати, я узнала про Вику, бывшую жену Олега. У нее осталась мама в Щелково. Надежда Валерьевна Замятина. Ну, а адрес есть? Ладно, Леш, хорошо вас увидно, но мне пора. Передай Маше, что все было очень вкусно. Конечно, передам. Она бы с нами еще осталась, но Катя... Ну, я понимаю, ребенку нужно спать. Так, я в ближайшее время тогда подготовлю тебе новые эскизы. Я не сомневаюсь, что ты все сделаешь на высшем уровне. Я провожу. Кстати, почему бы нам не совместить приятное с полезным? Давайте кого-то выходные, приходите всей семьей к одному барбекю. Я посоревнуюсь с Машей от кулинарного искусства. Слушай, ну это подкупающее предложение. Спасибо. Договорились? Договорились. Счастливо. Всего доброго. О, ты тут? У меня такое ощущение, что это вы с Олегом одноклассники, а не я. Ну, ты знаешь, если бы у меня были такие одноклассники, то моя карьера развивалась бы значительно быстрее. Я смотрю, вы подружились, да? Надеюсь. Олег твой заказчик. И мне кажется, что в таких отношениях хорошо бы соблюдать дистанцию. Маш, ну какая дистанция? А вы с ним учились вместе. Послушай, мы с ним практически в школе не общались. Мы не виделись 15 лет. Если честно, то я понятия не имею, что это за человек. Хорошо, я учту. Ты знаешь, он нас позвал к себе на барбекю на следующие выходные. Заодно узнаем его получше. Мы выходные собирались провести вместе. Конечно, вместе. Какая разница где? Леша, ты понимаешь, о чем я говорю? У нас не так много свободного времени, чтобы тратить его на визит вежливости к твоим заказчикам. Ладно, хорошо. Я подумаю, как ему отказать.
Хорошая фотография. Я старался. Вот это вообще кино. Держи, Феллини. Прибавка к окладу за отличную службу. Спасибо. Дальше какие будут распоряжения? Продолжай следить за ней. С кем встречается, о чем говорит. И за подругой последи. Зовут Лиля, работает вместе с ней. Понял. Ну, слушай, мне уже кажется, что он за мной следит. У тебя начинается паранойя. Не знаю, может быть, конечно, и паранойя. Но я постоянно чувствую его дыхание у себя за спиной. Постоянно. Маш, я тебя понимаю. Надо набраться терпения. Как только он поймет, что ты с ним не будешь, но он откажется от тебя. Нет, это не такой человек. Он так просто не сдастся. Каждый раз, когда они остаются с Лешей наедине, мне кажется, что вот сейчас он ему все расскажет. Если бы он хотел бы ему рассказать, но рассказал бы уже давно. Да он не рассказывает ему только потому, что верит, что между нами не только постель. Слушай, может быть, он меня специально провоцирует. Ждет, когда у меня сдадут нервы, и я сама все расскажу Леше. Ты его рисуешь каким-то хитроумным провокатором. Он обычный мужик, думает одним местом. Ты умнее его. Если бы я была умнее ему хотя бы на чуть-чуть, я бы не попала в такую идиотскую ситуацию. Маш. Слушай, ну, Олег, это, конечно, клиент мечта. Никогда не думал, что правки от заказчика могут тебя вдохновлять, а не раздражать. У него все четко по делу, он прекрасно знает, чего он хочет. Да, этого у него нет, нет. Слушай, мы вообще можем разговаривать о чем-нибудь, кроме Олега, а? О. Олег, звони. Алло? Извини за поздний звонок, но тут возникло несколько новых идей по спорткомплексу. Не против, если я зайду? Обсудим, если ты, конечно, не собираешься спать. Да, конечно, заходи, буду рад. Вот отлично. Угу. Слушай, хочется зайти и обсудить там какие-то предложения по проекту. Я поняла. Ну, мы там в гостиной поработаем. Слушай, Леш, тебе не кажется, что уже очень поздно? Что нормальные люди в такое время не ходят в гости? Слушай, ладно, нормальные не ходят, а ненормальные вроде меня работают и зарабатывают. Ради любимой жены и любимой дочки. Слушай, ну реально, это уже переходит всякие границы. Леш, ты идешь у него на поводу. Может быть, хватит, а? Маш, не ревнуй. Ну, послушай, реализуем этот проект, заработаем деньги. Ну, в конце концов, ремонт закончим в доме, Маш. Обещаю, что после этого проекта все свободное время буду проводить с семьей. Делай, что хочешь. Я пошел. Ты знаешь, я уже начинаю привыкать к хорошему вину. Еще немного, ничего другого пить не смогу. Ну, должен тебе заметить, это очень дорогая привычка. Зато очень помогает креативу. Работается легче. Ты помнишь, я говорил тебе о том, что хочу открыть фитнес-центр на втором этаже? Конечно. Так вот, нужно провести реконструкцию, чтобы посетители фитнес-центра могли спускаться прямо к бассейну. Отличная идея. Он ушел? Леш, Олег ушел, нет? Где мой муж? Что ты с ним сделал? Успокойся. Твой муж спит, он не умеет пить крепкое вино. Уходи, пожалуйста, Олег, уходи. Сюда в любой момент может Катя войти. Ну, послушай, я уже не могу сдерживаться. Мне надоел этот цирк. Скажи своему мужу, что мы любим друг друга. Олег, очнись, пожалуйста. Между нами нет никакой любви. Есть. Просто ты боишься признаться себе в этом. Ты моя. Тебе не удастся избавиться от меня. Нет, между нами уже все кончено. Между нами будет все кончено только тогда, когда я этого захочу, понятно? Я сейчас буду кричать. Кричи.
Кричи, проснется твой муж, увидит нас в вашей постели, а потом он увидит фото и видео. Классно? Какая же ты скотина. Я люблю своего мужа. Я хочу сохранить свою семью. Мне плевать, мне важно только то, чего хочу я. Мам, пап, почему вы кричите? Катя! Катя, доченька, спи, малыш, тебе показалось. Хорошо, мам. Тихо, тихо, пожалуйста. Все, хватит, мне надоело, это пустая болтовня. Либо ты тихо, мирно уходишь от своего мужа, либо я разрушу всю твою жизнь. Я понятно объясняю. Я очень рад, что мы пришли к пониманию. Даю тебе 2 дня, чтобы уладить все формальности с мужем. Не уложишься, придется ускорить процесс. Спокойной ночи, любимая. Позвонить, извиниться. С тобой все в порядке, ты с утра ни слова не проронил. Да, все нормально. Может, я вчера себе чего лишнего позволил, ты из-за этого на меня дуешься? Честно сказать, ничего не помню. Да нет, Леша, все нормально. Такого не было, ничего. Просто я непростая, плохо себя чувствую. Мам, пап, я уже 10 минут как готова. Кто меня в школу повезет? Леша, может, ты давай сегодня, а? Я думаю, бы отлежался. Ладно, не вопрос. Иди одевайся. Может, у тебя температура, а? Сейчас померяю, выпью что-нибудь от простуды. Завтра буду как новая. Ты только перед Петровичем меня прикрой. Ты уверена, что это хорошая идея? Слушай, ну я больше так не могу. Этот мерзавец вчера напоил Лешу. И пока он спал, пришел ко мне в спальню. И он мне угрожал, я вообще не знала, что мне делать. Да, ситуация выходит из-под контроля. Послушай, я уже не знаю, что от него ждать. Нужно срочно что-то делать. Ты там дров не наломай. Ты имей в виду, что мама Вики может быть в хороших отношениях с Олегом. Ведь он умеет втереться в доверие. Главное, разузнать хотя бы что-нибудь. Я тут подумала, очень большая вероятность, что ты все равно потеряешь Лешу. Нет, я не хочу терять Лешу. Я понимаю. Но пойми, что даже если ты Леше все расскажешь, твои проблемы не закончатся на этом. Наоборот, Олег будет думать, что ты полностью в его власти. Послушай, давай не надо нагнетать. Давай будем как-нибудь более оптимистичны. Может быть, нам удастся что-то узнать у матери Вики. Я уже готова хвататься за любую соломинку. Машка, в общем, береги себя, ладно? Я волнуюсь за тебя. Добрый день. Я знакомая Вики. Я только недавно приехала из Германии. И я узнала, что Вики больше нет. Вот до сих пор не могу прийти в себя от этой новости.
Пришла к вам выразить соболезнования. Что-то я вас не помню. Ну, раз пришли, заходите. Спасибо. Спасибо. Господь забирает лучших. Моя Викуля была такой доброй, веселой. Да ты сама должна знать, раз вы подруги. У нее и врагов-то не было совсем. Да, мне до сих пор не верится. Ты пей чаек-то. Вареньце попробуй. Сама делала вишневое. Откуда ты говоришь, ее знала? А мы ходили вместе заниматься в наш ДК. Ну, еще когда совсем маленькими были. Вы меня простите, пожалуйста, но я слышала, что Вика покончила с собой. Вот разболтали все-таки. Вот любят люди, а чужое горе языки чесать. Нет, нет, я вообще не знаю, как вы это все пережили. Да, ладно. Тебе за что извиняться. Когда Вика ребенка потеряла, ей врач сказал, что у нее детей больше не будет. Я бы ему язык вырвала, молчал бы лучше, ей-богу. Вот она с тех пор прям как с ума сошла. Совсем на себя не похожа стала, молчит целыми днями. Вот уставится в одну точку и сидит. Она же у меня такая, такая впечатлительная, ранимая. А муж? Муж у нее как? Он помогал ей, заботился о ней? Олег. Ой, дай бог ему здоровья. Он ведь ее чуть ли не на руках носил. Угу. Да, вот, по врачам возил, специалистам показывал. Он ее такой заботой окружил. Вот прям как будто с ребенком нянчился. Ну, думал, что сможет сам ее вытянуть любовью-то. Он мне теперь прям как сын. Помогает, звонит. Вот, жаль, только редко видимся, занятый он человек. Помню, да, мне... Вика рассказывала о нем, только я вот забыла, где они познакомились. Ой, так его же перевели к ним в 10 класс из 52-й школы. У него там были какие-то конфликты, хотя я никогда бы не подумала, такой хороший мальчик, тихий. Угу. Он в школе-то толстый был, невзрачный. Вот моя от него и бегала. А потом он куда-то из нашего Щелкова пропал. А появился, ну, прям другой человек. Красавец и при деньгах. И сразу в бой. Никто, говорит, кроме тебя мне не нужен. У Викули-то сердечко дрогнуло. А как они жили? Как у них в семейной жизни было все нормально? Да что ж плохого-то? Я же говорю, Олег хороший человек, добрый. Ну, и, слушай, и с достатком, а это же для семейной жизни очень даже хорошо. На, вон квартиру купил. Угу. Я и не совалась в их личную жизнь-то. Что может быть хуже навязчивой тещи? А вы уверены, что Вика покончила с собой из-за выкидыша? Ну, может быть, были какие-то другие причины? Не было никаких других причин. Какая причина-то? Но вы не допускаете мысль, что это не было самоубийство? У вас осталось заключение из морга? Что ты мне тут врешь-то? Не знал ты мою Вику, ты из этих журналюк, тут до тебя тоже приходил один. Тоже все хотел узнать, что да как. Мне потом Олег рассказал, что это его конкуренты наняли. Ты тоже на них работаешь. Послушайте, Надежда Валерьевна, вы меня неправильно поняли, правда, я не хотела. Нет, у меня никакого заключения, его забрали, когда еще расследование вели. Оставьте у нас в покое уже, все нервы измотали. Послушайте, вам к черту. Я не хотела вас обидеть. Ты была права. Это была не лучшая идея. Но удалось узнать что-нибудь полезное? Ну, да. Если в двух словах, то, что я двуличная тварь, которая пытается нажиться на чужом несчастье. Но это я учту на будущее. А про Олега? А он милый, хороший, заботливый муж. Это про Олега? Слушай, Лика, мне кажется, что мы с тобой не первые, кто пытается под него копать. Но, по-моему, ни у кого так ничего не получилось. Но, может быть, просто плохо копали? Слушай, а там какая-то мутная история с этим медзаключением. Его почему-то сразу забрали у родственников. Ты можешь узнать, кто его делал? Может быть, там есть какая-то зацепка? Ну, я попробую. Что бы я без тебя делала?
Лиля, у меня там Лёшка на другой линии, я тебе перезвоню, ладно? Алло. Маша, ты где? Слушай, ну мне нужно было поехать в аптеку, у нас дома что-то совсем ничего от простуды нет. Ну сказал бы мне, я заскочил. Ну я не хотела тебя дергать лишний раз, тем более, что мне уже лучше. Слушай, мы тут Олега встретили, он нас пригласил к себе. Как неудобно было отказывать. В каком смысле? Подожди, вы что, сейчас у Олега? Нет, сейчас-то вот идем только. Слушай, я скоро буду. Я скоро буду, ждите меня. Здравствуй, Маша. Привет, любимая. Привет. Мам, смотри, кого мне дядя Олег подарил. И имя я ему уже придумала. Баффи, тебе нравится? Катюша, детка, к сожалению, нам придется вернуть щенка дяде Олегу. Ну почему? Потому что ты, наверное, забыла, малыш, что у папы аллергия. Ну, мама. Черт, возьми, прости, Леш, совсем вылетело из головы, просто хотел сделать ребенку приятно. Все нормально, Олег. Сейчас столько делают лекарств от аллергии, так что не волнуйся. Мам, ну можно его оставить? Нет, нельзя. Конечно, можно. Маленькая. Не волнуйся, с папой будет все хорошо. Пойдем прогуляемся. Пойдем. Давай. Ну как съездила в Щелково? Ты все-таки следишь за мной. Я так и знала. Ну зачем? Звонила мама Вики. Сказала, что приходила женщина, представилась Викиной подругой. Пыталась выяснить обстоятельства смерти Вики. Зачем тебе это? Хочу понять, с кем я имею дело. Это не ответ. Я спрошу еще раз. Зачем ты интересовалась моей умершей женой? Я не уверена, что она покончила с собой. Мне кажется, ей помогли. Ты намекаешь на меня? Я не имею никакого отношения к смерти Вики. Неужели ты думаешь, я способен на это? Я не знаю, что мне думать. Ты меня пугаешь, Олег, с каждым днем все больше и больше. Я прошу, не надо меня бояться. Я люблю тебя. И всегда любил. Давай. Смотри на своего мужа, он же просто жалок. Ты думаешь, он согласился на щенка из-за дочери? Да нет, из-за того, что я его подарил. Не хочет расстраивать выгодного заказчика. Нет, это не так. Это так. И ты прекрасно это знаешь. Ты достойна лучшего, Маша. Такого же, как Вика. Не надо смеяться над моими чувствами. Я любил Вику. Действительно любил, но не так, как тебя. Поверь. Нравится. Я пытался тебя забыть, но я не смог. Мы теперь вместе. Нет, мы не вместе. И никогда не были вместе. Ты сама знаешь, что это не так. То, что было между нами, это не только страсть. Мам, смотри, какой Баффи смешной! Послушай, отстань от меня. Дай мне спокойно жить своей жизнью. И ты живи своей. Ну уж нет, не выйдет. Я слишком долго ждал. И у меня нет ни малейшего желания ждать еще. Помнишь, что я говорил? У тебя есть один день, чтобы рассказать мужу все. И тогда никто не пострадает. Хороший пивос. Леша! Лев! Катя, пока! Пока! Пока, дядя Олег! Доброе утро. Доброе утро. Ты сегодня не ранняя пташка. Я всю ночь не могла уснуть, только под утро смотрела. А где Катя? Выгуливает Баффи. Она что, там одна? Ну а что? Да и мне некомфортно, когда собака в доме. Ты сам согласился оставить этого щенка, чтобы Катя с ним по улице шаталась? Маша! Маша! Что случилось-то? Ты чего? Маша! Маша, ты подожди, да? Да, объясни мне, что происходит. Зачем ты выпустил ребенка одного? А что, я не должен был ее выпускать?
Ты в халате сейчас пойдешь? Пойду. Катя, господи, девочка. А вот и наш юный кинолог. Ты в порядке? В порядке. Мы просто с Баффи гуляли и встретили дядю Олега. Чего он хотел? Он к тебе подходил? Ничего, он просто рассказывал, что не может завести собаку, потому что много работает. Мам, можно я разденусь? Да, да, конечно. Маша, раздевайся. Почему себя так странно ведешь? Может быть, я что-то не знаю об Олеге, что должен знать? Просто я не хочу, чтобы он сближался с нами настолько, чтобы почувствовал себя членом нашей семьи. А, хорошо, ну а почему он не должен с нами сближаться? Есть какая-то причина? Катя, иди, дочка, мой руки. Хорошо, мам. Леша, я должна тебе кое-что сказать. Ну? Слушай, мне нужно уехать в город. Там у Лили какие-то проблемы. Хорошо, что ты мне хотел сказать. Давай вечером поговорим, ладно? Катю, покорми, пожалуйста. Зачем он так срочно понадобился? Вы, пожалуйста, извините, что я вас отвлекаю. Ну, давайте покороче. Хорошо, давайте сразу к делу. Это же вы делали экспертизу Виктории Демьяненко 5 лет назад? Ну, наверное, я, да. Мне нужно узнать обстоятельства ее смерти. Интересно. А с какой стати? Послушайте, пожалуйста, эта информация нужна мне лично. Я нигде не буду на вас ссылаться. Вы могли бы придумать легенду поубедительнее. Я не могу раскрывать посторонним лицам детали уголовного дела, пусть даже из закрытого. Я понимаю, но мне очень нужна эта информация. А, да. Неправда. Очень нужна эта информация. Но предупреждаю, если вы наш разговор записываете, я все буду отрицать. Хорошо. Так, а вот и ваша девушка, которой вы интересуетесь. Демьяненко Виктория Николаевна. Угу. Правильно? Да. На теле присутствуют следы насилия и удушения. Да. И это произошло до того, как она повесилась. Ну, или ей помогли повеситься. Тут я не могу ничего утверждать, это дело следствия. А можно я посмотрю, пожалуйста? Что, ни в коем случае. Еще какие-то вопросы? А что, никого не заинтересовали те самые следы насилия, о которых вы говорите? Ну, следствие сделало выводы, что эти следы не относятся к ее смерти. А откуда вы знаете, какие выводы сделало следствие? Ко мне приходил журналист. Да, 2 года назад. Я еще запомнил, как его зовут, потому что у меня однокурсника так зовут. Петр Щербаков. От него я узнал. Петр Щербаков? Да. А где он работает? Ну, может быть, какая-то газета? Я даже не знаю и не хочу знать. А контакты, может быть, какие-то остались? Да нет, вот мы телефонами с ним не обменивались. Еще что-то? Да нет, на самом деле вы мне очень помогли. Спасибо большое. Значит, ты думаешь, что ее убили? Да. Олег? Патологоанатом считает, что ее душили и убивали до того, как она попала в петлю. Что это 100% не самоубийство. Я не знаю, может быть, это не Олег. Может быть, это кто-то другой. Ну, давай будем реалистами. Олег был под подозрением? Да.
Потом с него сняли обвинение. Скорее всего, он воспользовался своими связями. Потому что если бы это был не он, они бы искали настоящего убийцу. И что мне делать? Ну, мне кажется, надо все рассказать мужу до того, как это сделает Олег. Я не уверена. У меня осталось очень мало времени. Мне нужно попробовать найти этого Щербакова. Это наш последний шанс. Он ведь должен был хоть что-то узнать. Я попробую что-нибудь выяснить про этого Щербакова, если это, конечно, настоящая его фамилия. Но я могу не успеть. Лиль, попробуйте, я очень прошу. Я сделаю, что смогу. Тебе за что плачу? Как ты мог ее упустить? Виноват, Олег Иванович. На что мне твои извинения? Мне нужны результаты. Где она была? С кем встречалась? Это не была просто поездка к подруге. Она обнаружила слежку и смогла уйти от погони. Значит, ей было что скрывать. Ты прав. Видимо, до нее не доходят мои предупреждения. Ну что ж. Придется объяснить ей по-плохому. О горе, нет подруги милой. Хватает воздух, он пустой. Людмилы нет во тьме густой. Похищена безвестной силой. Давай завтра дочитаем. А сейчас спать. А когда мама приедет? Скоро приедет. Все. Выключай свет. Ложись спать. Спокойной ночи. Здрасте. Добрый вечер. Вот Олег Иванович просил вам передать. Это по спорткомплексу его пожелания. А, хорошо. Могу по интернету перекинуть. До свидания. Чья-то глупая шутка, но... Мне очень жаль, что ты узнал об этом вот так. О, ты это... серьезно, да? Я должна была... сама тебе обо всем рассказать. Ну зачем же? Знаешь, вот так гораздо нагляднее. Не надо, не начинай, пожалуйста. Давно у вас? 2 недели. Ты его любишь? Нет. Понятно? Мстишь? Мстишь за то, что было год назад, да? Нет, Леш, послушай меня. Я тебя очень прошу, просто послушай меня. Олег, он очень опасный человек. Я не знаю, что на меня нашло. Я ошиблась. Я очень сильно ошиблась, и теперь у меня мстит. Вот и все. Да? А только не надо все на него сваливать. Вот, если бы ты не захотел, ничего бы не было. А теперь я понимаю, почему ты так странно себя вела все эти дни. Боялась, что он сам мне обо всем расскажет, да? Вот именно этого он и хочет. Он хочет разрушить нашу семью. А, разрушить семью, да. Ты знаешь, ему это удается. Слушай, он
Для него это что-то вроде игры, понимаешь? Просто игра. Ему нравится делать людям больно. Он получает от этого удовольствие. А что ж ты мне сама-то об этом не рассказала, а? Боялась причинить боль тебе, потому что я знаю, что такое измена близкого человека. Вот. Ну, здесь-то, конечно, мне крыть нечем. Молодец. Поздравляю. 1-1. Пожалуйста, я ни в чем тебя не упрекаю. Я не знаю, что это было. Это было какое-то помешательство. Я потеряла контроль. Он этим воспользовался. Он мне мстит за школьное унижение. И сейчас он хочет, чтобы я принадлежала ему. А знаешь что, Машенька, мне надоело слушать этот бред. Леша, прости меня, пожалуйста. Прости. Ты куда? Я к заказчику. Да, хочу обсудить с ним наш проект. У меня есть некоторые предложения, знаешь. Я тебя очень прошу, не надо туда ходить. Я тебя просто умоляю, пожалуйста. Что ты испугался? Что ты боишься-то? Боишься, что что-нибудь новенькое узнают, ты не знаешь этого человека. Это просто чудовище, послушай меня. Надо было раньше думать, а теперь ты мне выбора не оставляешь. Мам, пап, а почему вы ссоритесь? Папочка, ты куда? Попробуй ей сама все объяснить. Вот Олег Иванович просил вам передать. Нам надо поговорить. Об этом? И давно у вас? 2 недели. Понятно? Мстишь? Он хочет разрушить нашу семью. Ты знаешь, ему это удается. Послушай. Прости. Ты куда? Я к заказчику. Да, хочу обсудить с ним наш проект. Мам, пап, а почему вы ссоритесь? Попробуй ей сама все объяснить. Олег! Олег, выходи, поговорить нужно! Олег Ивановича нет дома. Я знаю, что он дома. Мне нужно с ним кое-что выяснить. Я еще раз вам повторяю. Олег Иванович отсутствует, а без его разрешения я не имею права пускать посторонних на территорию. Хорошо так. Мне нужно с Олегом Ивановичем выяснить важный деловой вопрос. Это срочно. Попробуйте прийти завтра. А еще лучше предварительно созвониться. Олег! Что происходит, а? Чего ты добиваешься? Поздно уже, хватит кричать, людям спать мешаете. Тут везде камеры, к вашему сведению. Вы что, хотите проблемы с законом? Вы что, мне угрожаете, да? Нет, я вам просто по-хорошему советую. Серьезно, уважаемый, идите лучше домой, пока вы сгоряча глупостей не наделали. Странный народ. Да папа пошел. Папа пошел к дяде Олегу. Они же вместе работают. Вот им нужно обсудить какие-то дела. Ночью? Но это очень важное дело. Очень важное. А тебе пора идти ложиться спать, да? Пока папа не вернется, я не уйду. Я переживаю. Ну ладно, тебе переживать. Что такое может случиться? Ну ты же переживаешь. Папа. Папочка, а мы за тебя волновались. А что за меня волноваться? Со мной все в порядке. Теперь быстро иди спать. А ты пообещай, что ты никуда не пойдешь ночью. Обещаю, никуда я не денусь. Иди в постель. Леш, нам всем нужно немножко выдохнуть. Оставь меня, я устал. Я возьму одеяло, лягу здесь. Папа, папа, просыпайся. Папа, почему ты сегодня спал с Баффи? Чтобы ему не было скучно, он еще совсем маленький, боится спать один. Тогда пусть...
Тогда пусть он спит со мной, а ты с мамой, как обычно. Катя, давай, иди умывайся, чисти зубы и спускайся завтракать. Да, мам. Я подыщу жилье, я думаю, нам надо жить отдельно. Леш, пожалуйста, может быть, не будем торопиться? Как мы все Кате объясним, а? Как-то раньше ей объясняла. Чем прикрывалась? Работой? Или Катя знала, что мама идет дяде Олегу? Я все решил, так будет лучше для всех. Я тебя прошу, пожалуйста, давай обсудим все спокойно. Нечего обсуждать. Я не знаю, Лёшка не хочет меня слушать, не хочет со мной разговаривать. Валерия. Маш, ситуация не веселая, но не безвыходная. Он меня никогда не простит. Между прочим, в том, что случилось, его вина тоже есть. Я не хочу его терять, Лиля. Машка. Я понимаю, что тебе сейчас нелегко, но тебе нельзя раскисать, надо собраться. Этого Демьяненко на тебя далеко идущие планы. Я бы его задушила своими руками. Угу. Теперь послушай Лилию Аркадьевну. Ты знаешь, что я нашла информацию про этого журналиста, Щербакова? Ну и какой толк в этой информации, если Олег уже добился своего? А такой, что этот Олег оказался опаснее, чем мы думали. Щербаков работал на конкурентов Олега и искал на него компромат. Но судя по тому, что с Олегом ничего не случилось, он не оправдал их желаний. А вот и не спеши. Я как раз думаю, что Щербаков на него что-то накопал. Год назад он погиб в аварии. И ты думаешь, что это не случайно? Конечно, не случайно, Маша. Глаза-то разуй! Пока Щербаков занимался махинациями Олега, его никто не трогал. Но как только он заинтересовался смертью его жены, с ним сразу произошел несчастный случай. Ну и зачем эта информация, если он уже погиб? А затем я связалась со вдовой Щербакова и договорилась с ней о встрече. Возможно, что в личных архивах есть какая-то полезная для нас информация. О встрече с тобой? Но, Маш, просто ты сейчас в таком состоянии, тебе нельзя встречаться с людьми. А я в перерыве к ней съезжу. И потом за тобой следят. Ну, а я что, сбоку припеку? На меня никто внимания не обратит. Лилия, я тебя очень прошу, пожалуйста, будь аккуратна. Машка, ну ты главное держись. Прорвемся. Прорвемся. Вы были правы, Олег Иванович. Лилия Воронова, подруга и коллега Марии, направилась к жене Щербакова. Действуй по обстоятельствам. Понял. Шеф просит подготовить документы по спорткомплексу. Хорошо, сейчас буду. А, вот и наш Алексей Михайлович. Проходите, присаживайтесь. Олег Иванович очень лестно отзывается о вашей совместной деятельности. Да? Результаты впечатляют. Да, должен заметить, что работа с Алексеем идет довольно продуктивно. Такое сочетание профессионализма и чуткого отношения к заказчику сейчас мало где встречается. Очень рад, что в вашей фирме работают первоклассные специалисты. Ну, после таких заявлений
я начинаю думать, что наши цены слегка занижены. Так вот, насчет генплана комплекса. У Алексея появились предложения, которые помогут сократить многие издержки. Я думаю, будет лучше, если он сам их озвучит. Угу. Мы вас слушаем, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович. Константин Петрович. Да. Я хотел вам сказать, что вынужден передать все дела по этому проекту другому архитектору. В смысле? Занятость на других объектах не позволяет не реализовать этот проект в полной мере. Но вы же слышали, что сказал Олег Иванович. По поводу вас нет никаких нареканий. Большая занятость не проблема. Разгрузим. Этот проект для нас в приоритете. Я очень благодарен Олег Ивановичу за его лестный отзыв о моей работе. Но как профессионал могу заверить, он ошибается. Любой другой специалист принесет гораздо больше пользы этому проекту. Алексей Михайлович, я вас отказываюсь понимать. Я не сторонник принуждений. Если Алексей считает, что он лишний, то ему действительно лучше уйти. Незаменимых у нас нет. Ну, а поскольку нет никакой определенности с кадрами, то я не вижу смысла продолжать встречу. Свяжитесь со мной, когда Алексей передаст дела новому дизайнеру. Олег Иванович, мы свяжемся с вами в ближайшее время. Жду. Очень рад был с вами поработать. Во всех смыслах. Алексей Михайлович, что это было? Зачем вы стали поднимать этот вопрос при клиенте? Извините, Константин Петрович, я на минуту. Олег, надеюсь, ты передумал? Клуб потеряет такого специалиста на проекте из-за нелепого недоразумения. Недоразумение? Ты так к этому относишься, да? Ну, как еще? Банальное стечение обстоятельств. Не стоит драматизировать ситуацию. Зачем ты передал мне эти фото? А ты предпочитаешь жить в неведении? Я полагаю, что делал доброе дело, открывая тебе глаза на Машу. Значит, я должен быть тебе благодарен. Старик, не стоит драматизировать ситуацию. Смотри на вещи шире. У нас получился отличный тандем. Ты приносишь пользу моему проекту, а я спасаю твою жену от сексуального неудовлетворения. Значит, срочно ко мне в кабинет полный список, кого мы можем бросить на замену Головина. Да, и проверьте весь резерв по аутсорсу. Тандем, говоришь? Мразь! Алексей Михайлович! Пустите меня! Я тебя раскрою глаза, мразь! Алексей Михайлович, что вы себе позволяете? Значит, вы с Петей были коллегами. Да, мы работали вместе. Спасибо. Собираетесь писать о нем? Не совсем. Наталья Владимировна, мы хотим продолжить расследование вашего мужа относительно одного громкого дела, связанного с погибшей женой крупного бизнесмена Олега Демьяненко. Да. Петя любил играть с огнем. Именно поэтому мы хотим продолжить его дело. Но если вы, конечно, не против. Не против. Послушайте, мне дали задание. Наш редактор попросил меня узнать, а не остались ли у вас неопубликованные материалы вашего мужа? Я надеюсь, вы упомянете Петю. Все-таки это было его расследование. Конечно. Но если вы не хотите, то... Наоборот. Петя очень любил свое дело. Я посмотрю, здесь что-то осталось. Надеюсь, это вам поможет. А, спасибо вам огромное. Вы очень нам поможете. Вот. Это его записная книжка. Здесь он делал записи от руки. Был еще ноутбук. Но он пропал, когда все это случилось. Здесь немного, но вдруг это вам поможет.
Я очень на это надеюсь. Наталья Владимировна, послушайте, я могу взять эту книжку? Да, конечно. Кофе? А, нет, спасибо, мне надо уже бежать. Лиля, вы поможете найти этих сволочей, которые сделали это с Петей? Мы постараемся. Мы очень постараемся. Я сделать ничего не могу, понимаете? Вам надо не меня уговаривать, того, кто это заявление подал. Послушайте, ну моего мужа просто подставили. Мария Сергеевна, ну как вы не понимаете? Ваш муж набросился с кулаками? Набросился. Избивал? Избивал. А подставили его или сделал он по доброй воле, доказать очень сложно. Ну и скажите, что мне делать тогда? Ну или хорошего адвоката искать, или попробовать, чтобы потерпевший забрал заявление. Все, до свидания. Поддаваться на его провокации, Леша. Он же именно этого и добивался. О том, что случилось, я не жалею. Скажи мне, что я могу для тебя сделать? Ну, ты и так уж и сделала все, что могла. Пожалуйста, не приходи сюда больше. Никогда. Теперь вам никто мешать не будет. Не говори так. Пожалуйста. Я найму адвоката. Я вытащу тебя отсюда. Правда, я сделаю все, что нужно, Леша, правда. Скажи мне, Катя знает, что я здесь? Нет. Я ей скажу, что ты в Питер уехал в командировку. Это правильно. Мы закончили. Лида, ну давай. Спасибо. Давай, возьми трубку. Давай. Нет, меня эта сделка не интересует. Ты давно должен был понять, что я человек осторожный. Предлагаю только надежные варианты для вложений. Я все сказал. Ну что, как в прошлом? Все как обычно. Только тревога оказалась сложной. У подруги никаких материалов не было. Ты уверен, что все проверил? Абсолютно. Я за Щербаковым еще в прошлый раз все зачистил. Никаких улик. Ладно. Где теперь Маша? Дома с дочкой. Ладно, спасибо. На сегодня свободен. Папа. Папа уехал в командировку. Просил передать, что он тебя очень любит. Неправда! Папа бы не уехал, не попрощавшись со мной! Вы что, поссорились? Нет, ты что? Мы не поссорились. Чего ты взяла? Ты мне врешь. Не хочу тебя слушать. Олег, я разговаривала со следователем. Он сказал, что если ты заберешь заявление, дело закроют. Извини, но нет. Еще неизвестно, что ждет твоего мужа в тюрьме, сама понимаешь. Там не курорт. Скажи, чего ты добиваешься? Неужели непонятно? Я добиваюсь тебя. И как далеко ты готов зайти? Как со своей женой? Или как с тем журналистом, который перешел тебе дорогу? Я же предупреждал тебя, чтобы ты не ворошила прошлое. Тот журналист тоже полез неизвестно куда. А ты знаешь, что его наняли мои конкуренты? Мне, кстати, иногда кажется, что они его и устранили, когда он не справился с заданием. Да, все только и хотят осквернить твое светлое имя. Твои беспочвенные обвинения меня утомляют.
Я не имею отношения к смерти этих людей, и ты это прекрасно знаешь. Это все сплетни и слухи. А вот твой муж, вот он ответит за реальное преступление. Пожалуйста, Олег, не делай этого. Ты все равно не сможешь заставить полюбить себя насильно. Если ты хочешь спасти своего мужа, тебе придется полюбить меня. Я не смогу это сделать, ты это знаешь. Мне даже нравится, когда ты начинаешь сопротивляться неизбежному. Ты все равно будешь моей. Я тебя умоляю. Хватит ходить по кругу. Условия ты поняла. Если ты хочешь, чтобы я забрал заявление, переспишь со мной. Да, Лиль. Да. О, Господи. Ты в порядке? Я еду. Все, я еду. Маш, ну не переживай. Со мной все в порядке. Я жива, здорова. Ну, почти здорова. Я никогда себя не прощу. Потому что все, что происходит сейчас, происходит из-за меня. Машечка, ну пожалуйста, я тебя очень прошу, ну успокойся. Я не могу. Я тебя втянула в эту историю. Ты знаешь, что Лешку арестовали? Да ты что? За что? За то, что он напал на Олега при свидетелях и сбил его в офисе. На кого, на кого? Но на Леху бы я никогда не подумала. Ну, мужик оказался. Мне Олег поставил условия. Или я с ним сплю, и он забирает заявление. Ну, или Лёшка отправляется. А Лёшка не выдержит в тюрьме. Кошмар, это просто ужасно. Ты мне лучше расскажи, как с тобой это все случилось. Ну как? Я выходила из подъезда. Тут меня сбила машина. Я упала, ударилась головой. Потеряла сознание, очнулась в больнице. Ну, говорят, сотрясение, но небольшое. Вот руку повредил. А что говорит полиция? Что говорит? Ограбление, говорит. Ограбление? Да. А ты им рассказала про Олега? Это же наверняка его рук дело. Ну, наверняка, но просто благодаря твоему Лёше теперь у Олега прекрасное алиби. Я понимаю, но он же не сам это сделал. Он кого-то нанял или попросил своих людей. Слушай, это все недоказуемо. Но полиция же должна разрабатывать все версии. Послушай, у нас нет вообще ни одного доказательства. Если я сейчас укажу на Олега, он еще больше разозлится. Мы должны быть хитрее. Мы должны опередить его на шаг. Я не понимаю, какой шаг. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Жена Щербакова отдала мне вот этот вот блокнот. Здесь есть кое-что интересное. Открой, там фотография. Это Настя Коваленко. И кто такая Настя Коваленко? Настя Коваленко – это бывшая пассия Олега, которая была после его жены Вики. Через 3 месяца после гибели Вики он стал встречаться с этой Настей Коваленко. А она, кстати, его однокурсница. Интересно, она его тоже сначала отшила? Ну, скорее всего. У твоего Олега такой странный фетиш. Но что интересно, что они встречались недолго, и она вдруг внезапно исчезла. Что значит «исчезла»? Ей удалось сбежать, или он ее убил? Вот это вот не ясно. Потому что сестра Настя написала, что она пропала без вести. А Щербаков у себя пишет, что очередная жертва Демьяненко. Вопросительный знак. А потом у него написано, что у него запланирована встреча с этой Настей. Значит, он узнал, что она жива. И она просто прячется от Олега, понимаешь? Ну, тогда нужно ее найти. Алло, да, добрый день. А могу я поговорить с Настей? Вы ошиблись, девушка. Подождите, пожалуйста, мне дали вот этот номер. Может быть, Настя оставила какие-то координаты? Я ее подруга, мне очень срочно нужно ее найти. Ничем не могу помочь. Спасибо, до свидания. Мам, а почему взрослые ссорятся?
Иногда в жизни взрослых случаются такие ситуации. Сложные. И когда люди не могут их преодолеть, они ссорятся. Но если люди любят друг друга, то они могут преодолеть все сложности и победить. Значит, у вас с папой сейчас сложности? Да. Нам с папой сейчас непросто. А какие у вас с папой сложности? Мы очень сильно обидели друг друга. Хотя оба это не хотели. А ты любишь его? Да, люблю. А когда папа вернется из командировки? Надеюсь, что скоро, малыш. Я очень надеюсь. А он ведь меня не забудет в этой командировке? Ну что ты такое говоришь? Ну, как он может тебя забыть? Он же тебя любит больше всего на свете. И тебя? Меня. Ну все, спи давай, болтушка. Давай, глазки закрывай. Ты спи. Кать, ну давай, может, я не знаю, в воскресенье сходим в цирк? Или в театр на спектакль на какой-нибудь детский, а, Кать? Я хочу, чтобы папа был с нами. Давай пойдем, когда он вернется. Ну, давай пойдем, когда папа вернется. Маш, ну? По адресу, который указан в записной книжке, Настя больше не живет. Вот так. Так. Давай я попробую найти ее по своим каналам. Я думаю, что вряд ли это все поможет. Это ты о чем? О том, что мы ходим по кругу Лиль. При этом страдают близкие мне люди. Я так больше не могу. Я лучше приму условия Олега. Ты что? Ты даже не вздумай. Не поддавайся на его уловки. Ты с ума сошла? А у меня есть другой выбор. Даже если мы найдем эту Настю, где гарантия того, что он скажет хоть что-нибудь, что поможет нам вытащить Лешу? Я не могу так рисковать. Ну, Лёша тебе тоже спасибо не скажет за такое спасение. Ну что? Ну что, это уже не важно. Главное, чтобы он был в безопасности и вышел из тюрьмы. Не, мне такой расклад не нравится, подруга. Думаешь, мне нравится? Но другого выбора нет. Мудрый выбор. А у меня он был? Выбор есть всегда. Но ты послушала свое сердце и приняла правильное решение. Проходи. Все верно. Поздравляю. Спасибо. Всего доброго. Секунду. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здрасте. Зайдите на секундочку. Да, я вас слушаю. Мне правда очень жаль Алексея, но согласитесь, он должен был вести себя сдержаннее. Послушайте, ну вы же понимаете, что его просто спровоцировали. Он взрослый человек, а не мальчишка. Ферме нанесен колоссальный урон. Это просто верх легкомыслия. Хорошо, что еще любезный Олег Иванович согласился не придавать дело огласке. Вот уж правда. Очень мило с его стороны. Не надо иронизировать, пожалуйста. Вы хоть понимаете, какой крупный заказ мы можем потерять из этой дурацкой выходки? Олег Иванович очень серьезный клиент. А вы помните, сколько заказов вы получили благодаря Лёше? Я этого не отрицаю. Но это не дает ему права вести себя подобным образом. Ну, как бы то ни было, я подписал уже приказ о его увольнении. Что? Вы подписали? Алексей Михайлович уволен за несоблюдение корпоративной этики.
Вот это да. Прекрасно. Ну что же, тогда я тоже увольняюсь. До свидания. То есть вы считаете это правильно? Увольняться из-за человека, с которым и так собираетесь разводиться. А откуда у вас такая информация? Об этом я, пожалуй, умолчу. Но в любом случае, это не меняет дело. Если вы увольняете Лешу, я тоже увольняюсь. Вот как. Ну что ж, увольняйтесь, Мария Сергеевна. Воля ваша. Спасибо. До свидания. Привет, мам. Привет, мой хороший. А что это за коробка? Мы переезжаем? Нет. Это мамины вещи с работы. Значит, ты переезжаешь с работы? Ну, в общем, можно и так сказать. Раз ты такая грустная, это, наверное, не очень хорошо. Ну, в общем, да, хорошего мало. Когда уже папа вернется из своей командировки? Я надеюсь, что скоро вернется. А когда папа вернется, будет все хорошо? Правда? Ну, конечно, правда. Ну, поехали. Прекрасная погода, Маша, не правда ли? Ты всегда оказываешься там же, где и я. Странно, не правда ли? Ну, не преувеличивай. Я каждый день здесь бегаю. Да, ты же у нас ведешь здоровый образ жизни. Должен следить за собой, да? Очень рекомендую. Угу. Помогает прочищать мысли, легкие. Ну, на многие вещи начинаешь смотреть иначе. Слушай, зачем весь этот спектакль? Ты получил, чего хотел. А я потеряла благодаря тебе все, что могла. Успокойся. Во-первых, я держу свои обещания. Твоего мужа выпустят очень скоро. Дело не дойдет до суда. Насчет работы не беспокойся. Один только мой звонок. Мне от тебя ничего не нужно, Олег. Ну что у тебя за характер, Маш? Во всем том, что с тобой сейчас происходит, вина только твоя, Маша. Если бы ты сразу поняла, что я люблю тебя по-настоящему, ничего этого не было бы. Олег, зачем ты постоянно на меня давишь? Мне и так тяжело от того, что я все свои проблемы решаю через твою постель. Ты спишь с человеком, который тебя любит. Больше всего на свете. Ты знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы в результате нашей любви появился ребенок. Это было бы доказательством, что сама природа благословляет наш союз. Нет, я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Вот это уже не тебе решать. Так или иначе, ты умная девочка и примешь правильное решение. Ты все равно будешь моей. Вопрос только, какой ценой. Вася, ну не мешай, я уроки делаю. Мам, ну скажи ему. Ну что, это твоя собака, сама с ней разбирайся. Он постоянно просится гулять. Из-за него я провалю диктант. Вася, отстань. Да, ну что, есть какая-то информация? Есть. После случившегося Юля, сестра Насти, переехала. Но мне удалось найти ее координаты. И она, скорее всего, знает про Настю, но скрывает. Поэтому в любом случае надо проверить. Так. Спасибо, Лилька. И что вы обесте дело, не знаю. Маш, только будь осторожна, когда к ней поедешь. Хорошо? А то на нас на всех больниц не напасешься. Обещаю. Спасибо. Давай, мой хороший. Я заберу тебя, как обычно. Все, счастливенько. Беги. Ладно, беги пока, мам. Пока. Олег Иванович, привезла ребенка в школу. Продолжать наблюдение? Выясни, когда у Кати заканчиваются уроки, и сообщи мне. Понял. Понял.
Входите, не заперто. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы насчет кукол, да? Я просто еще не успела запаковать. Сейчас. Нет, Юля, я не по поводу кукол. Меня зовут Мария, Маша. Я по другому вопросу. По какому же? Я по поводу вашей сестры. Вы были с ней знакомы? Нет, я ее не знала. Но я знаю, что она жива. Более того, я знаю, что и вы тоже знаете это. И знаете, где она. И поэтому можете мне помочь. Я не понимаю, о чем вы говорите. Настя пропала 3 года назад, и с тех пор у меня о ней никаких известий. Послушайте, мне очень нужно поговорить с вашей сестрой. Если бы не это, я бы никогда к вам не пришла. Я тоже очень хочу ее увидеть. Но это невозможно. А я думаю, возможно. Ведь это же все была инсценировка. Иначе бы ваши поиски сестры не завершились одним заявлением в полицию. Послушайте, я сейчас попала в такую же ситуацию, что и ваша сестра. И мне нужна от вас любая информация по поводу Олега Демьяненко. Вы же понимаете, о чем я говорю. Моей сестры, скорее всего, уже нет в живых. Оставьте меня в покое. Понимаю, вы боитесь и правильно делаете. Но сейчас Олег переключился. Сейчас у него другая жертва, и это я. Ваша сестра пропала 3 года назад. Олег думает, что она никак не может ему навредить. Поэтому вы можете мне помочь. Это всего лишь ваши догадки, не более. Уходите, пожалуйста. Я не понимаю, почему вы не договариваете. Я не понимаю, почему вы просто не можете сказать мне всю правду, которую знаете. Да. А вы знаете всю правду! Если вы были близки с сестрой, то и вы тоже ее знаете. Олег настоящее чудовище. Он издевался над вашей сестрой. До этого у него была жена Вика, которая по официальной версии покончила с собой. Но я точно знаю, что ей помогли это сделать. Откуда у вас эта информация? Я это знаю, потому что сейчас сама нахожусь в такой же ситуации. Я сейчас прохожу те же испытания, которые пришлось пройти вашей сестре когда-то. Ничем не могу помочь! Настя исчезла, и 3 года мне нет никаких сведений о ней. Оставьте меня в покое! Врете, ну врете же! Ну, почему вы не хотите мне помочь? Юля, у вас все в порядке? Спасибо, Лер. Да, все в порядке. Я просто слышу, кричите, может, помочь чем? Нет, ничего такого, девушка уже уходит. Хорошо. Ну, я оставлю вам свою визитку. Пожалуйста, Юля, если вы передумаете, позвоните мне, пожалуйста. Вы моя последняя надежда. Хорошо, я поняла. Я положу ее вот сюда. Спасибо. Привет. Тут одна женщина приходила. Ребята, а вы Катю Головину не видели с тетей Валы? Она села в машину. Черт. Где моя дочь? Мария Сергеевна, Катя в доме вместе с Олегом Ивановичем. Прям сильнее, чтобы хорошо держалась. Вот. Катя! Катя! Мама, мы тут! Давай. Продолжай. Катя! Привет, мам. Посмотри, какой мы торт дяди Олегову испекли. Ты у меня молодец. Да, она знатный кулинар. Может, тебе прям шеф-повары, а? Спасибо тебе, дядя. Я подумаю над вашим предложением. Иди сюда. Давай, одевайся. Давай.
Мам, ну мы же еще торт не пробовали. Ничего страшного. Мы же еще будем печь пироги, да, дядя Олег? Конечно, будем, моя дорогая. Иди, машина, я поговорю с дядей Олегом, сейчас приду. Не смей приближаться к моей дочери. Ой, сколько в тебе страсти. Ты понял? Ты знаешь, ты выглядишь потрясающе, когда сердишься. Олег, это не игрушки. Ты знаешь, что я пережила? Хотя откуда тебе знать, правильно? У тебя же нету детей. Да, у меня нет детей. Ты права, но у тебя есть шанс это исправить. Ты не в себе. Послушай, я просто проезжал мимо школы, увидел, как Катя ждет тебя совершенно одна. Я решил подвезти ребенка, привез ее сюда. Я сделал доброе дело, чего ты скандалишь? Ты просто хотел помочь? А почему ты не отвечал на звонки? Ты просто хотел потрепать мне нервы, да? Я берегу твои нервы, ведь я люблю тебя. Олег, не начинай. Я не начинаю. Ты можешь мне не верить, но в одном ты права. В чем? Это был урок. Демонстрация того, как беззащитен твой мир. Хрупок и беззащитен. Надеюсь, ты понимаешь, что только я могу обеспечить тебе безопасность. Из-за тебя у меня подруга в больнице. Ты шантажируешь меня моей дочерью. Ну давай, давай, ты чего ты еще готов упуститься? Я понятия не имею, что случилось с твоей подругой. И я тебя не шантажирую. Я искренне переживаю за тебя, переживаю за Катю. Я могу дать вам нормальную жизнь. Жизнь без страха и без боли. И таким способом ты пытаешься заставить меня себя полюбить? Все начиналось прекрасно, но только ты все испортила. Ничего не начиналось. Между нами ничего нет и не было. Между нами есть все. Только ты не хочешь этого признать. Я повторял и повторяю. Я искренне люблю тебя. И хочу дать тебе все, что у меня есть. А что? Что у тебя есть? Кроме твоего безумия. Ну что, солнце мое, обрадовать тебе? Да. Сегодня папа возвращается из командировки. Ура! Здорово! А можно я папе испеку торт? Ну, конечно, можно. Ты будешь главной, а я буду тебе немножко помогать, хорошо? Я испеку большой и красивый торт. Папе понравится. Ну, конечно, понравится. Слушай, только это еще не все новости. Вчера бабушка звонила, сказала, что по тебе очень соскучилась. Как ты насчет того, чтобы съездить к ней в гости, а? Я тоже соскучилась по бабуле. Но каникулы начнутся еще не скоро. Ну, ничего. Ты же ненадолго поедешь. Я поговорю с твоей учительницей, она тебя отпустит с уроков. У тебя каникулы начнутся немножко пораньше. А как же Баффи? Я смогу его взять с собой? Ну, конечно, сможешь. Я думаю, что Баффи очень понравится бабушке. Так. Давай. Мам, а можно я сегодня в школу не пойду? Нет, уж сегодня сходи, пожалуйста. А я пока договорюсь, чтобы тебя завтрашнего дня отпустили. А я думала, что сегодняшнюю контрольную пропущу. Ты размечталась. Не слишком ли много радости кому-то в один день? Мам, как ты не понимаешь? Много радости не бывает. Давай, иди на уроки. Я пойду поговорю с своей Натальей Игоревной в учительскую. Давай, портфель. Все, пока. Удачи. Пока, мам. Пока. Ты Мария? Да. А вы, простите? Зачем ты ходила к моей сестре? К сестре? О, Господи, вы Настя? Да. И очень рискую, встретившись с тобой. Нам нужно поговорить. Послушайте, а почему в школе? Здрасте. Это самое безопасное место. За тобой наверняка следят. Сюда. Олег любит все контролировать. Короче, ближе к делу. Что ты хотела? Послушайте, в моей жизни сложилась такая ситуация, в которой помочь мне можете только вы. Олег, он разрушил мою семью, но ему этого мало. Он манипулирует мной, и мне даже страшно представить, что может быть дальше. Да, это очень знакомо. Олег любил причинять боль. Я уже привыкла, что он был груб в постели. Но с каждым днем он становился все более неуправляем. Он вспыхивал по любому поводу и распускал руки. И начался настоящий ад. Послушайте, а вы знаете, что его жена Вика, что она не покончила с собой? Вы знаете, что она убита?
У этой мрази было одно слабое место. Он любил все фиксировать. Я видела на видеозаписи, как он накидывал Вике петлю на шею. Было понятно, что он чем-то ее накачал, потому что она даже не сопротивлялась. И он записал все на телефон. О, Господи. Я видела это, когда он сидел за своим ноутбуком и пересматривал запись. И на его лице была такая зверская похоть. Слава Богу, что он не увидел, как я вошла. И тогда я поняла, что надо бежать, чтобы не оказаться в его видеоархиве. А как тогда получилось бежать? Хорошо подготовилась. Я сделала себе новый документ. Юля купила на них квартиру. Мы все продумали до мельчайших подробностей. И когда появилась возможность исчезнуть, я и воспользовалась. Тем самым поставив сестру под удар. Он давил на нее, шантажировал, а потом ее сбила машина. Водителя так и не нашли. А она осталась инвалидом. Я даже не могу быть с ней рядом. Господи, я понятия не имею, что мне делать в этой ситуации. Исчезнуть, бежать, пока не поздно. Я не могу бежать. У меня муж арестован, его подставил Олег. У меня маленькая дочка, которая учится в этой школе. Как я ее брошу? Но другого варианта нету. Послушайте, а вот эта видеозапись. Вы говорите, что есть видеозапись. Она, как вы думаете, он ее еще не стер? Я не думаю, он делал ее не для того, чтобы удалить. Он любил пересматривать ее, это давало ему удовлетворение, удовольствие. Ну, тогда нужно ее найти, отнести в полицию. От таких доказательств он не открутится. Знаешь, почему я здесь? Чтобы не позволить себе совершать какие-то глупости. Моя сестра в инвалидной коляске. И чтобы искупить свою вину, я хочу спасти чью-то жизнь. Беги. Я помогу тебе оформить документы. Понимаешь, ты не можешь ему противостоять. Но у меня нет другого выбора. Я должна это сделать. Тогда прощай. И больше меня не ищи. Я видела на видеозаписи, как он накидывал Вике петлю на шею. Господи, я понятия не имею, что мне делать в этой ситуации. Исчезнуть, бежать, пока не поздно. Послушай, а если я приму его игру? Ты не можешь ему противостоять. Я должна это сделать. Тогда прощай. И больше меня не ищи. Ты с ума сошла? Даже не думай. А что мне еще остается делать, Лиль? Надо идти в полицию, писать заявление. Пусть они перероют дом этого урода и найдут эту запись, или на что он там любуется. А если не найдут? Ты понимаешь, что речь не только обо мне? Леша и Катя тоже под угрозой, я не могу их так подставить. А то, что у тебя все шансы повторить судьбу Вики, это как? И вообще, может рассказать все Леша, он должен быть в курсе. Нет, чем меньше людей об этом знает, тем лучше. А Лешку вообще нужно попробовать убедить в том, что я действительно люблю Олега. Да, Олег прям поверит. Олег живет в своих иллюзиях, он верит только в то, что захочет. Я никак не могу на это повлиять. Машка, я даже представить себе не могу, через что тебе придется пройти. Ты понимаешь, что я за тебя боюсь? Послушай, это все началось из-за меня. Поэтому я сама должна это все расхлебывать. Катя испекла торт по случаю твоего возвращения из командировки. Но я немного не уследила, она
Вместо сахара в крем сыпанула соли, но ты не акцентируй, пожалуйста, внимание, она очень старалась. Слушай, мы не слишком с тобой торопимся. Мне было достаточно времени оценить ситуацию. Сидение в четырех стенах, оно, знаешь, как-то действует отрезвляюще. Навредили мы с тобой дел. Но, может, все-таки не стоит перечеркивать все, что было. Послушай, у меня тоже было время подумать. Я долго думала, почему я тебя изменила. Мне кажется, что в наших отношениях, Леша, уже давно все угасло. Ты так не думаешь, разве? А с Олегом я снова почувствовала себя женщиной. Несколько дней назад ты утверждала, что ваше отношение с Олегом – это ошибка, и он тебя просто использует. Может быть. Все может быть. Ну что ж, надеюсь, ты с ним будешь счастлива. Слушай, давай отвезем Катю к твоей маме. Мне кажется, ей лучше побыть с бабушкой, пока мы решаем свои личные проблемы. Согласен. Мне кажется, что это какой-то страшный сон. И мы с тобой когда-нибудь проснемся. Папа! Папа! Привет, моя хорошая. Маленькая. Я так по тебе соскучилась. Я тоже по тебе соскучился. А я тебе торт испекла. Правда? Ну, пойдем покажешь торт. Еле уложил. Никак не могла успокоиться. Не дождется, когда увидит бабушку. Ты меня прости, я не смогла сказать твоей маме про нас. Тебе завтра придется как-то самому ей все это объяснить. Кто бы мне толком объяснил, что происходит? Леш, мы же уже все обсудили. Да. Только это не похоже на тебя, все как-то в голове не укладывается. Люди меняются. Настолько, что готова оставить дочку ради него. Ты же знаешь, как я ее люблю. Но я понимаю, что ей сейчас будет лучше с тобой и с бабушкой. А тебе будет лучше с ним, да? Я не знаю. Может быть. Но мне кажется, что мы все достойны более счастливой жизни. Не поспоришь. Спокойной ночи. Леша. Да. И не затягивай, пожалуйста, с документами на развод. Хорошо? Мама, хороший. Я тебе позвоню. Веди себя хорошо у бабушки. Пока, мам. Пока. Я ни слова не говорил Алексею о нашей последней встрече. Я знаю. Дело не в этом. А в чем? Я поняла, что наши отношения с ним закончились. Закончились не сейчас. Давно. А я продолжала играть навязанную мне роль. Знаешь, Олег, как это ни странно прозвучит, но я даже тебе благодарна за то, что я первый раз в жизни принадлежу сама себе.
Как ты себя чувствуешь? Опустошенный. Я понятия не имею, как мне жить дальше. Пойдем ко мне. Знаешь, я много раз представлял себе этот момент. И каждый раз я придумывал что-то грандиозное и потрясающее. Самые фантастические идеи были в школе. Я тогда не боялся давать волю своему воображению, видимо, потому что понимал, что этот момент никогда не наступит. Но сейчас, сейчас я хочу, чтобы все было по-простому, по-домашнему. Ведь самое необычное в этой ситуации то, что женщина, о которой все эти годы я мог только мечтать, что она сейчас рядом, согревается чашкой чая, такая земная и такая доступная. В общем, это тебе. Что там? Открой. Захарова, согласна ли ты стать моей женой? А мы не слишком торопимся. Я люблю тебя много лет. Всю свою жизнь. Я терпеливо ждал своего часа. Мы взрослые люди, мы свободные люди. Но зачем нам откладывать решение, которое сделает нас счастливыми? Я не разведена еще официально. Это формальность. Я обещаю, что сделаю все, чтобы ты была счастлива. Хорошо. Я согласна. Ты не представляешь, что для меня значат эти слова. Я обещаю, что ты никогда не пожалеешь о своем решении. Зачем понадобилось Катю до конца четверти выдергивать? Я подумал, что ты обрадуешься, что Катя у тебя побудет. Леш, ты меня зубы-то не заговаривай. Я, конечно, рада, что Катюша у меня. Но я чувствую, что что-то неладное у вас происходит. Маша пытала, она молчит, как партизан. Ты-то хоть не томи, скажи, что случилось. Мам, мы с Машей разводимся. Только Кате не говорим. Мы решили сначала все сами ладить, а потом ей все рассказать без нервотрепки. Тина, это с какого же ты перепуга-то, Леша? Так сложились обстоятельства. Слушай, ты не бормочи, а скажи конкретно, причина какая? Мам, я Маше изменил. Во как! И что это на тебе, Леш, нашло-то, а? Такую красоту отхватило, и все тебе мало? Из какой-то у меня стал любвеобильный, Леша.
Значит, что, она тебя не простила? Знаешь что, Маша тоже в долгу не осталась. Значит, ты ее не простил. Но, мам, не все так просто. А что сложного-то, Леш? Ну, наломали дров. Что, из-за этого жизнь портить, да? Вот оба и разгребайте. А вы не только о себе думаете, подумайте о Кате. Я пытался ее отговорить. Я даже готов все простить и начать все с чистого листа, но она ни в какую даже слышать не хочет. Она хочет новую, более счастливую жизнь. Подумал он. Значит, плохо ты подумал, Лёшка. Мам! Ба, давай покормим Басю. Давай, ой, ты мой хороший, какой же. Лёш, а зачем собаку-то завели? У тебя же аллергия. На. Это подарок, мама. Сейчас мы здесь спокойно. Нет, криптовалюты меня не интересуют, Кирилл. Неизвестно, что с ними делать. Не уверен, что это пирамида, но и не ручаюсь, что у них есть будущее. Так что откажись от предложения. Перезвоню. Доброе утро, как спалось? Хорошо, спасибо. На новом месте приснились жених, невесте. Ну да. Ты расстроена? Нет, просто голова болит. Я знаю, что поднимет тебе настроение. Пока ты спала, я договорился с лучшим свадебным салоном в городе. Они подберут тебе лучшее платье. Ну и нужно решить вопросы с ведущим и остальные мелочи. Ты очень заботливый. Спасибо. До вечера. Маш, как красиво. Как погребальный саван. Угу, сплюнь. Фу. Вы дату свадьбы назначили? Назначили. Будешь моей свидетельницей? Я уже один раз была. Мне хватит. Мне тоже. Надеюсь, что до свадьбы все-таки не дойдет. Ты нашла что-нибудь? Нет, я проверила его рабочий ноутбук, но там нет ничего. Это было бы слишком просто. Он наверняка в сейфе хранит. Да нет у него сейфа. Но если ты не видела, это не значит, что его там нет. Где-то же он хранит свои документы. Вам эта модель очень идет. Угу. Знаете, как будто на вас сделали. Спасибо. Или, может быть, хотите посмотреть другие модели? А смысл? Простите. Конечно, хотим. Конечно, хотим. Просто невеста у нас нервничает, ей не очень нравится. Мы будем мерить еще. Ну и про свидетельницу тоже не забудьте, подберите что-нибудь. Да-да, конечно. Одну минуту. Ведь у нас жених за все платит. Ну а что? Пусть раскошеливается. Помирает так с музыкой. Сплюнь! Тьфу! Привет. Даже вещи собрала. Помочь донести? Не думал, что ты так быстро к нему переедешь. А зачем тянуть?
Ну, ты так всегда долго принимала решение, а тут раз и все. Леша, мы же уже все обсудили. Зачем ты опять начинаешь? Глаза. Нет. Я убью тебя, тварь. Я не хочу идет подготовка к свадьбе? Хорошо. У меня столько вариантов, не знаю, какой выбрать. Сегодня с тобой свяжется ивент-менеджер. Угу. Возьмет на себя все организационные вопросы. Спасибо тебе. Спасибо тебе за заботу. Это опытный человек, настоящий профессионал, предложит тебе все необходимые материалы, ну а выбор ты сделаешь сама. Кстати, куда ты предпочитаешь поехать? В каком смысле поехать? Ну, у нас ведь должно быть свадебное путешествие. Я нигде не была, кроме Европы. Поэтому давай поедем туда, куда хочешь ты. Я доверяю твоему вкусу. Прекрасно. Это будет самое незабываемое свадебное путешествие. Извините. Олег Иванович, привезли. Я выйду на минутку. Скоро вернусь. Угу. На вокзале взяли. Семью тетки прячут за городом. Сопротивлялся, пришлось помять немножко. Какая встреча-то, а? Олег, я тебя прошу, я не хотел. Ты что ж думал, мразь? Кинешь меня и свалишь? Не, я собирался все вернуть. Олег, богом клянусь, Олег, сюда копейки. Так что ты сразу-то не сказал? Ну, мы же не чужие люди. Олеж, я знал, что ты поймешь. Я бы никогда против тебя, ну. Подними. Олег. Олег Иванович. Сунешься к ментам, ни жену, ни детей больше не увидишь. Выкинь эту мразь где-нибудь подальше в лесу. Понравилось? Как это может понравиться? Зачем смотрела? Он украл у тебя деньги. Ты мог бы
обратиться в полицию? Зачем нужно было делать из человека инвалида? Этот человек мой однокурсник. Один из немногих, кто хорошо относился ко мне в студенческие годы. Позже я дал ему ключевые позиции в бизнесе, сделал человеком практически с нуля. Ты знаешь, я умею быть благодарным за преданность, а он в ответ попытался меня ограбить. Ты ведь никогда меня не разочаруешь, правда? Лиля, он маньяк. Он только что при мне избил человека, своего друга. А, самое главное. Я видела видео, на котором он убивает свою жену. А, просто животное. Машка, возьми себя в руки. Это видео – твое единственное спасение. Слушай Лилию Аркадьевну. Я же говорила тебе, что сейф точно есть. Значит, найдешь сейф, найдешь видео и решишь все свои проблемы. От этой улики он точно не отвертится. Давай, да. Господи, за что мне все это? Вот еще отличный вариант. Светлый просторный зал, вместимость до 200 человек. Угу. Что скажете? Ну да, вполне себе ничего. А какой вариант вам понравился больше всего? Вы знаете, мне вполне устраивает тот вариант, который вы показали первым. Что ты... Маш, можем мы с тобой поговорить? Скажи мне, что ты тут делаешь? Ты не отвечаешь на мои звонки, я связался с Лилией, она сказала, где тебя можно найти. Я прошу прощения, не могли бы вы нас оставить на минуту? Да, конечно. Ты в курсе, что предыдущий брак твоего любовника закончился, мягко говоря, неудачно? Леш, во-первых, он не любовник, а жених. А во-вторых... Да, молодцы. Зря времени не теряли. Маш, тебе это было нужно? А во-вторых, у Олега от меня нет секретов. Я знаю о нем все и знаю, что его судьба действительно трагична. Это все, что ты хочешь мне сказать? А тебе не кажется странным, что счастливая жена заканчивает жизнь самоубийством через год после свадьбы? Ты зачем это делаешь? Зачем ты хочешь очернить Олега? Я пытаюсь открыть тебе глаза. На что? На свое собственное навязчивое состояние? Если ты думаешь, что ты сможешь меня этим вернуть, ты очень ошибаешься. Маш, да я не пытаюсь тебя вернуть назад. Что бы ни произошло, мы с тобой не чужие люди. Я просто забочусь о твоей безопасности. Спасибо, я сама могу о себе позаботиться. Слушай, да оставь ты меня в покое, в конце концов, сколько можно тебе говорить? Ты что, с ума сошла? Я люблю другого человека, и мы с ним скоро поженимся, оставь меня в покое. Уходи. Привет, дорогой. Здравствуй, милая. Я уже начал скучать. Как идет подготовка к свадьбе? Хорошо. Очень хорошо. Тот человек, которого ты мне прислал, просто находка. Настоящий специалист в своем деле. Хоть и зануда страшная. Ты знаешь, все специалисты в своем деле – большие зануды. Видимо, это профдеформация. Я думала, что ты тоже профессионал в своей области. Я исключение. А еще я сегодня виделась с Алексеем. Вот как? И что же он хотел? Он убеждал меня вернуться. Он живет в каком-то своем выдуманном мире, и ему кажется, что от наших чувств что-то осталось. Никогда не видела его таким жалким. Тяжело разочаровываться в отце своего ребенка? Нет, наоборот. Я наконец-то убедилась, что действительно сделала правильный выбор. Сомневалась? Ну, подожди, я целый день на ногах и хочу в душ спать. Пойдем.
потом. Привет. Мне нужно собрать кое-что из одежды. Да не вопрос. Ты что, пьешь? Послушай, дорогая, ну, хотя какая ты мне дорогая, ты мне уже не жена. Слушай, скажи, а что это ты за шоу устроила в ресторане? Лёш, давай не будем сейчас об этом, хорошо? Да нет, просто интересно. Я в ресторане тебе ответила все как есть. Не надо искать во всем двойной смысл. А это что? Это он с тобой сделал? Лёш, не задавай вопросов, на которые не хочешь получить ответы. Послушай, Маша, он больной человек, он псих. Я не понимаю, что ты рядом с ним делаешь. Рядом с ним? Рядом с ним я чувствую себя женщиной. А это следы нашей любви. Понятно? Так вот это не любовь. Лёш, ты можешь верить, можешь не верить. Но, пожалуйста, избавь меня от своих больных фантазий. Хорошо? Лучше найди себе работу. Ты знаешь, я этим как раз сейчас и занимаюсь. Я дома. Ужинать будешь? Нет. Что-то я просто с ног валюсь. Целый день по городу бегала. Эта свадьба забирает у меня все силы. Мне нравится, что ты этим так загорелась. Денег не жалей. Это ведь самый важный день в жизни будущей семьи. Важнее будет только день рождения нашего ребенка. Я постараюсь оправдать все твои ожидания. Не сомневайся. Я пойду лягу, я хотела бы выспаться. Завтра опять эта беготня. Ничего не забыла? Что? Спокойной ночи. Что такое? Что случилось? Я проснулся, тебя нет. На секунду подумал, что
ты больше не со мной. Нет, я здесь. Я с тобой. Иди спать, я скоро приду. Доброе утро, Лиль. Есть минута? Привет. А ты какими судьбами здесь? Да так, шел мимо, решил заскочить. Что, Маша уже нашли замену в офисе? Нет, а как Маша поживает? Это ты меня спрашиваешь? Это я тебя хочу спросить, как у нее дела. Ты же с ней общаешься. Но что ты от меня хочешь? Что у нее происходит с Олегом? Ты должна знать. Я не знаю, но вроде бы она счастлива, с ее слов. И ты этому веришь, да? А почему я должна сомневаться? Ну, как-то все это очень странно. Я столько лет с ней, я знаю ее как облупленную. Да, конечно, могла во мне разочароваться, но чтобы Олег не мог так человек быстро измениться. Слушай, Леш, мой тебе совет, ты ее отпусти. Нет, ну я тоже хочу, чтобы у вас все наладилось, но просто ну, не будет, как раньше, ты же понимаешь. Иди ты к черту! Вы с ней сговорились, да? Я же вижу, что-то не так происходит. И знаю, я ее не отпущу. Мила, я поехал. Хотел предупредить, что ты меня к обеду не жди. Встреча. Какие у тебя планы на день? Мне прислали несколько вариантов пригласительных на свадьбу. Я буду смотреть. А вечером обсудим с тобой. Хорошо. Привезти тебе что-нибудь сладенькое? Сладенькое? Ну, привези. Привези мне мороженое. Шоколадное. Хорошо. Ты очень заботлив. Этого у меня не отнять. Я поехал. Уже скучаю. Я тоже уже скучаю. Доброе утро, Олег Иванович. Привет. Николай, спасибо, на сегодня свободен. Вот она.
Алексей Головин. Ну, поехали. Давай, загружайся. Давай. Ты все-таки разочаровала меня, Маша. Олег, я... Ты просто... Я хотела... О чем ты? Я не понимаю. Кого ты хочешь обмануть, тварь? Вижу, ты пришла в себя, дорогая. В сейфе установлена камера. Я тут же получаю фото того, кто открывает его без моего ведома. Узнаешь? Ты сделала мне больно, Маша. Очень больно. Я ведь и вправду поверил, что ты меня полюбила, что я буду счастлив с тобой, что ты родишь мне ребенка, но ты оказалась такой же, как все. Дешевкой, двуличной тварью. Ты больной человек, Олег. Ты хочешь меня убить, как свою жену? Но тебе не удастся уйти безнаказанным на этот раз. Ты просто недооцениваешь меня, любимая. Это очень сильное средство. Оно полностью подавляет волю, очищает память. Но лучшее его свойство. Через 2 часа его невозможно обнаружить в крови. Вот это ты мне и подсунул нашу первую встречу, да? Умница. Кстати, с твоим мужем она тоже отлично сработала. Он ведь наверняка поверил, что смог произвести впечатление на эту девицу на корпоративе. Какой же ты все-таки подонок. Я просто не доверяю слепой судьбе и сам управляю своей жизнью. Наше счастье было тщательно спланировано, но ты все испортила. А ты знаешь, как в полиции объяснят твою смерть? Головина Мария Сергеевна в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости не справилась с управлением, вылетела с трассы и врезалась в дерево. Коротко и никаких расследований. Ты сама выбрала такой конец, Маша. Нет. Только не думай, что я разберусь только с тобой. Твоя дочка и твой муж очень скоро к тебе присоединятся. Нет. Мы обещали, люди должны быть вместе. Нет, пожалуйста, только их не трогай. Нет. Ты отвергла мою любовь. Ты предала меня, это была ошибка. За ошибки надо платить. Говорила, что только меня любишь. Чё творишь? Машину убери. Где моя жена, подонок? Что ты с ней сделал? Успокойся. Во-первых, не твоя жена, а моя невеста. А во-вторых, она дома. Мне потребовалось срочно отъехать по делам. Машина моя в ремонте, так что вот, арендовал транспорт своей невесты. Так что либо ты сейчас убираешь свою машину, либо возвращаешься в тюрьму. Я внятно объясняю. Маша! 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 Открой! Маша! Маша! Сволочь!
меня все в порядке. Да? Все уже позади. Тебя ночью прооперировали и сказали, что ты полностью восстановишься. Я Лилю попросила принести нам какую-нибудь одежду из дома. Ни маме, ни Кате я ничего не говорила. Катьке, наверное, лучше побыть у бабушки еще недельку, да? Привет, герои. Машулечка. Привет. Я взяла все, что только смогла. Я побегу, там шеф рвет и мечет. Лешка, ты поправляйся, ладно? Давай, моя дорогая. Подожди, я провожу Лилю, ладно? Мам, а можно я с Баффи погуляю? А то он будет скулить. Ты наелась? Да. Тепло, одевайся и гуляй только во дворе. Маш, с тобой все в порядке? Да, нормально. Ты успокойся, ты все закончилось. Все закончится тогда, когда его посадят пожизненно. Мы вчера должны были быть в зале суда. Зачем тебе это? Я хотела бы посмотреть на его лицо, когда зачитывает приговор. Чай будешь? Давай. А знаешь что, я подумал, нам надо с тобой свой бизнес организовать. А что, наймем сотрудников, снимем офис. Из нас получится отличная команда. Да? Хорошо. Хорошо придумал. Принято решение по делу известного бизнесмена Олега Демьяненко, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство. Суд приговорил бизнесмена к пожизненному заключению. Олег Иванович, как вы прокомментируете решение суда? Оно было для вас неожиданно?